Hare Krishna,
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Говинда, Джай, Джай, Гопала, Джая, Джая. 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 Радха Рамана Хари Говинда, Джай, Джай. 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 Гоуранга, 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 Гоуранга. Гоуранга, 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 Гоуранга. Гоуранга, 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 Гоуранга. Гоуранга, 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 Гоуранга. Нитянанда, 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 Нитянанда. Нитянанда, 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 Нитянанда. Нитянанда, 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 Нитянанда. Нитянанда, 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 Нитянанда. Нитай Гоуранга Джай, Нитай Гоуранга. 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 Нитай, 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 Нитай Гоуранга. Нитай, 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 Нитай Гоуранга. Нитай Гоуранга Джай, Гоура Хари. Нитай Гоуранга Джай, Гоура Хари. Гоура, Гоура, Гоура Хари. Гоура, Гоура, Гоура Хари. Гоура, Гоура, Гоура Хари. Гоура, Гоура, Гоура Хари. Джайша Чинандана Гоура Хари. Джайша Чинандана Гоура Хари. Джайша Чинандана Гоура Хари.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva. Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva. Jaya Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Shiva Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shiva Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Санкиртана Яги Ки, Джай, Шива Прабхупада Ки, Джай, Нитай Гоура Примананды, Хари Го. Слава всем собравшимся преданным. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Читаем Шримад Бхагаватам. Шестая песня, 16 глава. Покровительство Господа. Царь Читракета удостаивается встречи с Верховным Господом. Текст 33. Татасаматхая мано манишая бабаша эдат прати лаптавага сау ниямья сарвиндрия бахья вартанам джагад гурум сатвата шастра виграхам. Татасаматхая мано манишая бабаша эдат прати лаптавага сау ниямья сарвиндрия бахья вартанам джагад гурум сатвата шастра виграхам. Тата самадхая мано манишая баваша этот пратилапта вакасау. Ниям я сарвиндрия бахья вартанам. Джагад гурум сатвата шастра виграхам. Татах. Татах. Затем. Затем. Самадхая. Самадхая. Обуздав. Обуздав. Манах. Манах. Ум. Ум. Манишая. Манишая. При помощи разума. Бабхаша произнес этот эту
Пратилабдха. Пратилабдха. Заново обретая. Заново обретая. Вак. Вак. Дар речи. Дар речи. Асал. Асал. Он царь Читракету. Он царь Читракету. Нямья. Нямья. Подчинив. Подчинив. Сарва индрия. Сарва индрия. Все чувства. Все чувства. Бахья. Бахья. Внешнее. Внешнее. Вартанам. Вартанам. Блуждание. Блуждание. Джагадгуру. Джагадгуру. Духовному учителю всего мира. Духовному учителю всего мира. Садвата. Садвата. Преданного служения. Преданного служения. Шастра. Шастра. Священных писаний. Священных писаний. Виграхам. Виграхам. Олицетворение. Олицетворение. Перевод и комментарий его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Затем с помощью разума, обуздав ум и тем самым сумев отвлечь чувства от внешнего мира, Читракету стал подбирать слова, чтобы выразить переполнявшие его чувства. Так он начал возносить молитвы Господу живому воплощению священных писаний. Сатвата Самхит, таких как Брахма Самхита и Нарада Панчаратра, и духовному учителю всего мира. Комментарий. Мирская речь не подходит для молитвы Богу. Вначале необходимо стать человеком духовно развитым, обуздавшим ум и чувства. Только тогда придут слова, достойные слуха Господа. Ссылаясь на следующий стих из Падма Пураны, Шрила Санатана Госвами запрещает нам петь песни, не одобренные следующими и уважаемыми преданными. Авайшнава мукхот гирнам путам харикатам ритам шаванам наева картавьям царпочиштам ятапаях. Чистые преданные не признают слов или молитв тех, кто нарушает принципы вайшнавского поведения. Легковесно относятся к принятым среди преданных правилам и ограничениям и не повторяют мантру Хари Кришна. Слова Сатвата Шастра Виграхам указывают на то, что тело Господа Сат Читананда, вечное знание и блаженство. И потому оно не может считаться творением Майи. Преданные молятся не неким воображаемым формам Господа. Господь имеет конкретный облик, и это в один голос утверждают все ведические писания. Омагианти Миранда Сиагинанджана Шалакая Чакшура Мента Минада Смайши Ибрагана Малаванча Калпатару Пешча Атрибасу Рудеева Чапатитана Абхавана Пьева Ишнауки Джайши Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивас и Гуру Бхактивинода. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так саматхая ману манишая бабаша это отправи бабтавак сасау ям я сарвиндрия бахья вартанам джагат гурум сатвата шастра виграхам. Затем с помощью разума, обуздав ум и тем самым сумев отвлечь чувства от внешнего мира, Читракету стал подбирать слова, чтобы выразить переполнявшие его чувства. Так он начал возносить молитвы Господу живому воплощению священных писаний, сатвата самхит, таких как Брахма самхита и Нарада Панчаратра, и духовному учителю всего мира. Итак, здесь Прабхупада в комментарии говорит о том, каким образом человек может прославить Бога. Какие условия для этого нужны? Поскольку смысл жизни человека именно в этом, она заключается в том, чтобы прославлять Бога. Речь человека, она предназначена для этой цели. Хотя иногда люди, они говорят, что нет в этом никакой необходимости. Зачем вам прославлять Бога? Вы думаете, он нуждается в этом?
на Санкиртане мы часто встречаем таких людей. Однажды одна женщина, она обвинила меня. Она сказала, что нет необходимости прославлять Бога, потому что Он в этом не нуждается. И это правда. Бог правда не нуждается в наших прославлениях. Но в этих прославлениях нуждаемся мы. То есть, если человек прославляет Бога, его речь, она достигает совершенства. То есть, язык, он предназначен, чтобы прославлять Бога. С помощью языка человек может приблизиться к Богу. То есть, другими словами, если мы прославляем Бога, мы сами достигаем квалификации, чтобы соприкоснуться с ним, с помощью речи. С помощью киртана человек достигает совершенства в кали-югу. Поэтому речь, она имеет ключевой момент, ключевое значение. С помощью языка человек может испортить себе жизнь или возвысить свою жизнь. Гуру Махарадж рассказывал историю про Эзопа. Да. Эзопа кто-то спросил, что самое плохое в жизни, что самое ужасное в жизни. Он сказал, язык. Язык, потому что он критикует, язык, потому что он обманывает. И с помощью языка человек совершает много глупостей. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Тогда этот человек спросил, а что самое лучшее в жизни, самое хорошее, самое важное в жизни? И Зоб сказал снова, язык. И как так? Что снова язык? И она, язык. Потому что с помощью языка мы можем возносить молитвы, с помощью языка мы можем прославлять кого-то, с помощью языка можем говорить правду. Поэтому язык, ну, один из важных органов. И если человек не знает, о чем говорить, он лучше должен молчать. Молчание золото. Говорится, лучше молчать, чем говорить. Если говорить, то лучше говорить, прославлять Бога. Если ты не можешь прославлять Бога, то говори тогда в этом случае о дхарме. Если не можешь говорить о дхарме, говори правду. Если не можешь говорить правду, то говори что-то приятное. Если не можешь этого, то вообще не говори. Лучше молчи. Не используй свой язык. Очень часто человек с помощью языка портит свою жизнь. И в то же время человек с помощью языка достигает совершенства, если он правильно его использует. Речь очень важна, и вайшнава – это главная ситха. Одна из главных ситх, которые проявляются у вайшнава – это речь. Речь становится очень могущественной у преданного. Потому что он не говорит по пустякам. Прабхупада в одном комментарии, где-то в Гите, по-моему, он сказал, что самое сокровенное в процессе шраванам, киртанам, вообще в духовном процессе, это молчание. Только в одном месте это прочитал, я пытался понять, что бы это значило, потому что вроде бы важна речь киртанам. Но если мы не используем речь правильно, то лучше молчать. Если же мы говорим о Кришне, то это мауна, это молчание. Это приравнивается к молчанию, если человек говорит только о Кришне, исключительно о Кришне. И все же о Кришне говорить не так-то просто. То есть здесь Прабхупада говорит, что вы не можете вознести молитву Богу, если у вас нет этой квалификации. Вначале необходимо стать человеком духовно развитым, говорит, обуздавшим ум. Если мы не обуздаем ум, то мы не можем говорить о Боге. Мы будем говорить что-то другое, то есть из нас будет выходить что-то негативное. Необузданный ум. И ум – это такая вещь, с которым справиться не так-то просто. Можем пытаться его как-то обуздать, но с возрастом ум становится сильнее. Если мы не сделаем это в молодом возрасте, то в конечном счете ум нас подомнет под себя, он как бы раскатает нас, как каток. Гуру Махарадж говорит, вы не представляете его силу ума. Когда он подойдет непосредственно близко, то вы даже не заметите этого. Он просто вас раздавит. Вы даже не успеете выставить свои руки вот так, чтобы сопротивляться ему. Пока на расстоянии вы как будто бы с ним сражаетесь, но когда он подойдет близко, вы просто этого не заметите. То есть это может произойти тогда, когда он становится все сильнее и сильнее, человек слабеет, и он войдет в битву с этим своим умом в какой-то момент. То есть он может сбунтоваться и предъявить все свои желания, все свои силы, которые он накопил, и он может человека просто свести с ума. Человек может сойти с ума от этого, под влиянием чувств и ума. Поэтому он должен научиться с ним дружить. Не пытайтесь с ним мериться силами. Лучше не мериться с ним силами, все равно они непобедимы. Нужно получить поддержку свыше, и с ним лучше найти компромисс, научиться договариваться. Это
называется бхакти-йога, когда вы его занимаете тоже интересным для него процессом. Не просто лишаете его пищи, а занимаете его интересным процессом сознания Кришны. Чувства и ум надо занять разнообразными вкусами. Как иногда люди, они пытаются бросить курить, они пытаются как бы подавить это желание. Но оно начинает их изнутри разъедать. Воспаленный ум. Воспаленный ум означает, что там есть какие-то желания, которые вообще-то человеку не нужны. Но они, ум очень убежден в том, что они нужны, он убеждает человека, что они ему нужны. Он начинает в них верить очень сильно. Например, алкоголь человеку не нужен. Но воспаленный ум заставляет человека пить. Или сигареты, они ему не нужны. Воспаленный ум заставляет это делать. Но с умом можно обращаться очень хитро, чтобы его обмануть. Можно действовать очень хитро. Если просто ему запретите, он запомнит, сколько вы ему запретили, и потом предъявит вам счет. Пробовали так поститься, например, насильно? Вот, не спать всю ночь, петь всю ночь, поститься всю ночь, и что потом происходит через некоторое время? Вы начинаете отсыпаться, или начинаете отъедаться. Помните такие моменты? Это ум. То есть, другими словами, чем сильнее вы с ним ему сопротивляетесь, он тоже сопротивляется вам, набирает силу, копит ее. Это как раскачивать маятник. Качните его в одну сторону, он обязательно вернется в другую. Если вы делаете только вдох, 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 то вам все равно придется сделать выдох, верно же? Вы не можете все время делать вдох. Потом придется сделать выдох, противоположное действие. Поэтому Прабхупада говорит, не раскачивайте маятник, он говорит, зафиксируйте его на Кришне. Это не двойственное состояние. И, может быть, сразу мы не можем его зафиксировать на Кришне, потому что для ума Кришна кажется неинтересным. Пока он не почувствовал по-настоящему. И мы говорили, здесь Прабхупада тоже говорит в комментарии, что Бога не нужно изобретать, нужно увидеть по-настоящему его форму, получить откровение, вот тогда ум остановится. Вот мы повторяем, к примеру, мантру, и мы думаем, что нужно концентрировать сознание, что нужно прилагать усилия, чтобы слышать звук. Но на самом деле это не вопрос даже концентрации, это вопрос вкуса. К примеру, если человек видит противоположный пол, то его сознание входит в самадхи мгновенно, Прабхупада говорит. Не нужно учить противоположный пол сосредотачиваться друг на друге. Самадхи наступает, Прабхупада говорит, мгновенно. Там сфера вкусов. И поэтому вы не убеждаете, а ну-ка сосредоточься, сосредоточься, постарайся. Ну, постарайся думать о противоположном поле. Вы же так не делаете. Это спонтанно происходит. Мы даже можем не замечать и не отдавать этому себе отчет. Это концентрация естественная. Или когда приносят просад, замечаете, какая тишина наступает сразу. И как все очень дружно. Иногда, например, на программу нужно человека пригласить, заманить, уговорить, например, так, на лекцию или еще куда-то. Но если просад не нужно, как только раздается пища, люди спонтанно дисциплинированы. Верно же? Там дисциплина спонтанно, сразу все сели. И вы даже мгновение не прошло, все уже сидят, и ложки в руках. Правда же? Что это? Сфера вкуса. И когда человек ест, заметьте, он ничего не слышит больше. Это полная концентрация, потому что вкус, вкус, вкус. Вот ум реагирует на вкус. Пока он не получит этот вкус, речи нет ни о чем. Придется тогда с ним бороться. Его. Он убегает, мы возвращаем, убегает, возвращаем. Или он вообще спит. Читает джапу и думает, что он в самадхи, а на самом деле он просто спит. Потом он начинает замечать, что, оказывается, я уже давно где-то блуждаю и вообще проспал. Начинает возвращать этот ум, но ум уходит, он его снова возвращает, он снова уходит, он говорит, сосредоточься на Кришне, повторяй мантру. Но ум не хочет повторять ее, потому что так и не чувствует этот вкус. И он хочет куда-то уйти, туда или сюда, и чем больше вы удержите, тем больше он хочет куда-то уйти. Поэтому его можно обхитрить. Если у кого-то есть дурные привычки, например, то с ним надо поступать так. Один человек поспорил с чертиком. Чертик, ну бес, это в православии, там они об этом всегда говорят. Бес, он такой хитрый. Есть такие чертики, они очень хитрые, они заставляют человека следовать каким-то дурным привычкам. Бес попутал и так далее. То есть его обхитрить очень сложно. И один человек говорит, а я тебя обману. Давай поспорим. Давай поспорим, что я тебя приведу сейчас к реке, к воде, но напиться не дам. Чертик, ничего себе какой, самоуверенный. Говорит, ну давай поспорим. И они поспорили. Такой самоуверенный человек.
И они пошли с ним к реке. Они пошли к реке, так решительно человек пошел, решительно. Подошел к реке с этим чертиком и вдруг говорит: стоп, подожди. Сейчас мы с тобой поспорили, но свидетелей-то нет. Сейчас непонятно, кто кого, кто выиграет. Мы вот возле реки, но непонятно, кто выиграет, свидетелей-то нет, как мы потом докажем? Как мы потом докажем, что кто-то из нас выиграл? Давай-ка найдем сначала свидетелей. Пойдем сходим, найдем свидетелей. И чертик говорит: ну логично, пойдем. Они пошли обратно на базар, чтобы найти свидетеля. И чертик стал искать свидетеля. А человек ему говорит: что ты делаешь? Ну, свидетеля ищу. Говорит: зачем? Говорит: ну так спор же. Говорит: а ты его уже проиграл. Как? Ну ты был у реки? Был. Ты напился воды? Не напился. Вот, все, ты проиграл. Так нужно обращаться с умом. Ты хочешь что-то сейчас? Пожалуйста. У тебя лежит вот все в твоих руках, ты можешь все это получить. Но не сейчас, понимаете? И вы ему не запрещаете, вы ему разрешаете. Говорите: хочешь — получи. Хочешь взять — бери. Мы тебе не запрещаем. Не запрещаем тебе есть мясо, не запрещаем тебе курить. Ты можешь все это делать, но не сейчас. Не сейчас, чуть позже. Прабхупада так действовал с учениками. Он говорит: нет, нет, все, вы можете все делать то, что хотите. Но только повторяйте Хари Кришну. Повторяйте мантру. Повторяйте ее как можно больше. И постепенно вы сами все отбросите. И ученики, они просто повторяли мантру, и затем они сами спрашивали: может, вы хотите, чтобы мы побрили голову? И Прабхупада говорил: не обязательно. Но если вам так хочется, можете сделать так. А вам бы это понравилось? Понравилось бы. Видите? Он не давил. Потому что ум — это такая вещь, которая очень гордая. Он сопротивляется. Ум сопротивляется проникновению знания. Как только вы что-то начинаете говорить людям, они сразу сопротивляются. Особенно если вы начинаете им проповедовать. Сопротивляется ум, он выставляет такую защиту, как, знаете, крепость. И сквозь эту крепость вы не можете проникнуть, только смирение проникает сквозь эту крепость. Если вы говорите очень смиренно, то это проникает сквозь ум. Он не замечает этого, не замечает, как игла, очень мягко проникает. И затем что? Выходит плугом. Прабхупада очень мягко вошел в сознание людей. И вышел как? В конце концов, они стали следовать четырем принципам. И они приняли высочайший стандарт жизни, высочайшая чистота жизни. То есть ум нужно вот так вот обхитрить, прежде чем, то есть обуздать, прежде чем он получит вкус. Если же сразу натянуть вот эти поводья своих чувств и ума, вот просто схватить и сказать: стоп, все, ты на стоп-кран нажать, то знаете, что произойдет? Катастрофа. Ум станет на дыбы, и он сбросит вас, как лошадь. Либо как поезд, он остановится очень резко, и вы расшибете себе голову. Поэтому с умом обращаются так. Есть такое понятие, которое называется регулирующий принцип. Ум нужно регулировать, чувство нужно регулировать. Регулировать означает не запретить сразу, а постепенно вы его регулируете, регулируете, регулируете. Например, у нас есть тело, мы его регулируем, потребности этого тела, потребности ума. Готовим его, очищаем его для того, чтобы потом он начал практиковать сознание Кришны. Здесь не сработает тот момент, как нам кажется иногда, что достаточно просто изменить мысль. Вы пробовали изменить мысль? Говорится: думай о Кришне. Ну попробуйте думать о Кришне. И что ж, вы думаете о Кришне, а все равно жизнь не становится легче. Это так же, как позитивное мышление. Иногда говорят: позитивно мысли. А чем? Чем мыслить позитивно, если ум в негативе? Они говорят: мысли позитивно, но если ум уже негативный, чем ты будешь мыслить? Ум, ум. Вот он ум, и он негативный. И мы говорим: мысли позитивно. Чем? Потом в Гите Кришна говорит не так. Терпи. В Гите Кришна говорит: терпи. Как зиму, зиму и лето, как вот смена времен года. Также терпи. Приятное и неприятное ощущение. Терпи. Он не говорит: думай, что тебе на самом деле хорошо. Терпи, он говорит. Он говорит, что представь, что тебе хорошо. Одень розовые очки и представляй: мне хорошо, мне хорошо. И он говорит: терпи. Если мы просто меняем мысль, то это лишь поверхность нашего ума. Поверхность ума означает как бы гладь озера. Она такая поверхность. И вот мы сменили мысль, а жить-то от этого легче не стало. Потом почему не стало легче жить? Потому что есть еще глубины нашего ума. Глубины ума, они находятся внутри. Глубина.
И вот пока эта глубина не изменилась, то ничего не произойдет. Поэтому мы так и пробуем. Мы пробуем думать о Кришне, но если мы голодные, мы же забываем о Кришне. Мы сразу думаем о еде. Мы сразу хотим, вспоминаем какие-то естественные такие потребности телесные, как только что-то происходит, и ум не получается настроить на Кришну. То есть попробуйте думать о Кришне, если вам на работу нужно бежать. Попробуйте. И вне этого будете думать о чем-то другом. Итак, поэтому нужно изменить на самом деле глубины нашего сознания до корней. Не поверхность ума, а глубину изменить сознание. То есть это означает глубокие самскары. И мы не можем их изменить так уж быстро. Поменять нужно не мысль, а именно вот глубину. И на поверхности вы можете быть другим. На поверхности, например, Прабхупада иногда гневался. На поверхности. Он мог, например, кричать, ругаться. Но внутри его был штиль. Сознание его было, глубинное сознание, в сознании Кришны. Поэтому ум имеет такую поверхностную природу и глубинную природу. Вот изменить нужно там. Все, до конца сознание Кришны. Сознание Кришны означает, что вы полностью пропитаны этим сознанием. И тогда в этом случае любое ваше слово превращается в молитву. Вот в этом случае любое ваше слово – это молитва. Такой чистый преданный, все, что он делает – это молитва. Любое слово, которое с его уст сходит. Это называется бхава. То есть это глубинная эмоция. Вот через эту эмоцию он видит вовсюду Кришну. Именно через эту глубинную эмоцию. Не так, что он представляет вот это Кришна, он так вспоминает рисунок, изображение Кришны и смотрит на все и представляет, что это Кришна. Он не так это делает. Не таким образом, а потому что у него есть вот чувство по отношению к Богу. Через чувство он это видит. Через глубинные чувства. Поэтому мы можем говорить, например, слово «бхава» или «экстаз», произносить такие слова. Но «бхавы» или «экстаза» нету. Можем говорить это, но этого нет. И даже через эти слова мы можем передавать, например, не Кришну, а, например, свое собственное дурное настроение. Например, у меня плохое настроение, и я произношу какие-то слова, но они не имеют эффекта. Или, наоборот, оскверняют сознание людей. Они чувствуют, что, наоборот, хуже как-то стало. Вроде про Кришну говорил, а настроение испортилось. Или как это бывает, человек может говорить какие-то приятные вещи, этикет называется. Приятные слова, но вы чувствуете, что вас обманули. Понимаете, о чем речь? Допустим, вы приходите куда-то в магазин, и вам очень приятно говорят что-то, приятные слова, но вы чувствуете себя обманутым. Потому что слова приятные, а внутри вас не любят. Внутри человек не изменился, он это делает внешне. И тогда вы чувствуете себя обманутым. Тогда вы чувствуете, что вас обманули. Что не сказали что-то, хотя говорили что-то хорошее, но вы чувствуете, что есть обман. И в то же время родители, например, не могут гневаться на ребенка и кричать. Но вы чувствуете, что? В этот момент, что это делается с любовью, и поэтому вы не обижаетесь. Поэтому важен внутренний мотив, внутренняя перемена внутри. Перемена в сердце называется. Вот когда она происходит, то тогда даже если на поверхности слова какие-то не связанные с сознанием Кришны, то они влияют на человека все равно как духовные, как очень могущественные. И здесь говорится, что Рупа Госвами, как тут говорится, что чистый преданный, то есть он чистый преданный, не признает слов и молитв тех, людей, которые нарушают принципы поведения, то есть легковесно относятся к принятым среди преданных правилам, ограничениям, не повторяют мантру Хари Кришна. То есть, другими словами, преданные не интересуются просто мирской музыкой, например, или просто мирскими фильмами, например. Поскольку чистота ума, она зависит, знаете, от чего? От поступков. От поведения. Чистота ума, она зависит от поведения. То есть, если я следую вайшнавскому этикету, то у меня чистое сознание. И в то же время, если у меня не чистое сознание, не могу следовать этикету. То есть это две вещи взаимосвязаны. То есть поведение. Поведение означает сознание. Оно продиктовано моими мыслями. Но в то же время, если я начинаю действовать в соответствии с этикетом через тело, хотя бы через силу, то постепенно мое сознание тоже попадает под влияние моего поведения. Поэтому чистота ума зависит от поступков. И чистота ума зависит от взаимоотношений. Если у меня хорошие взаимоотношения с преданными, то мой ум остается чистым. Поэтому говорится, что если ваше поведение, если у вас чистое сознание, то вы становитесь дороги всем.
Если не чистое сознание, то вы становитесь причиной проблем. Ссора возникает, конфликт возникает. И все это потому, что сознание нечистое. Такой человек становится проблемой. Итак, поведение. От поведения зависит чистота сознания. Поэтому есть вайшнавский этикет еще. Вот этот этикет, он естественный этикет души. Она спонтанно ему следует, когда есть сознание Кришны. Если нет сознания Кришны, то вы не можете следовать этому этикету. Трудно будет следовать этому этикету. Он кажется каким-то искусственным. Поэтому его нужно применять, учитывая время, место и обстоятельства. Учитывая время, место и обстоятельства. Потому что этим этикетом, если он не продиктован моим внутренним сознанием, он может быть даже разрушителен. То есть я могу его использовать, чтобы кого-то уязвлять, обижать, сражаться с помощью этого этикета с людьми. Итак, поэтому сатсанга тьяга, говорится, не общайся с непреданными. Но в то же время мы можем произносить, как мы говорим, какие-то молитвы, но они не будут продиктованы нашим чистым мотивом, чистым сознанием. Они будут тоже разрушительно действовать. Это будет просто звук. Например, Хари Кришна мантра — это может быть просто алфавит, звук, не влияющий на сознание, как это следует. Например, если Майявади повторяет Хари Кришна, это яд. Да, это яд. Если преданный повторяет Хари Кришна, это сознание Кришны. И в то же время можем видеть, что проповедник, например, Аударитхава Прабху, иногда поет песенки из кинофильмов. Что это он, получается, не следует вот этому принципу вайшнавского поведения? Нет. Когда он поет эти песенки, то люди становятся преданными. Заметили? Что они становятся в сознании Кришны. Как это получается? Как это получается? Знаете, как это получается? Потому что он внутри преданный. Он вайшнав по своей сути. Вайшнав по своей сути, он может, видите, говорить какие-то, кажется, не связанные с Кришной вещи, но он передает Кришну. Если вы посмотрите, как он повторяет мантру в самадхи Прабхупады, то вы увидите, что он вайшнав по самой своей сути. И поэтому, когда он поет, например, какие-то песни из каких-то кинофильмов, люди думают, о, приятно, они слышат это, но вместо шлоки используют, например, какую-то песню из фильма, а люди начинают понимать Бхагавад-гиту. Как это ему удается? А при этом мы можем петь Хари Кришна и раздражать людей. Как мы помним, на харинамах старались стучать как можно громче в каратал, вот так брать, так греметь ими, просто папах, особенно когда мы шли в переходе. Нам это нравилось. Мы видели, как люди, и как людям это не нравится, нам это нравилось. Вот так вам. Поняли? Вот видите, мы кришнаиды, а вы нет. Вот так вот. Потому что мы лучшие. Мы потому что поняли, что это лучше, а вы мясоеды. Понимаете, такое настроение. И тогда люди напрягаются. Тогда они кидаются в вас помидорами. Нас кинули помидором. Однажды нас облили водой, не знаю, не горячей, но с балкона мы пели, они облили нас водой. Почему так? Настроение наше, мы вышли сражаться с ними. Это нам необходимо, чтобы окрепнуть, потому что мы чувствуем себя как? Неуверенно. Мы одели эту одежду и чувствуем себя неуверенно, выйдя на улицу, я в этой одежде не такой, как все, они все такие, а я вот другой. И поэтому я обороняюсь, уже иду напряженно, уже сражаюсь с ними, и люди тоже начинают сражаться. И тогда Говинда Махарадж сказал: стоп, уберите каратал, уберите микрофон. Дайте мне маленький каратал. И он запел, знаете, так нежно-нежно, так потихоньку, нежно-нежно стал петь и так плавно-плавно танцевать. И что же? И у людей, знаете, лица сразу же изменились. У них появились такие мягкие-мягкие лица, такие улыбки. Они так начали таять, они стали подходить к нам, фотографироваться с нами. Им стало так приятно, им стало так хорошо. Потому что сердце чистого преданного. Сердце чистого преданного, оно настолько большое, и оно так любит всех. Оно любит всех, оно не жесткое. Оно любит всех, оно принимает всех. И люди чувствуют, что там любовь, и им нравится. И они хотят сфотографироваться, говорят, а когда вы еще придете петь? Потому что оно проникает очень нежно, бхакти проникает очень нежно, без сопротивления, не встречает сопротивления в этом случае. Когда нет нападения такого. Оно проникает очень нежно. Ну, то есть, это квалификация...
Если же этого такого осознания нет, то нет квалификации, человек не может. Поначалу он вызывает сопротивление, люди тоже сопротивляются, и возникает такая борьба. Кажется, что сознание Кришны никому не нужно, но это просто твой вопрос, твоего сознания. Выйдите на санкиртану с кем-нибудь на пару. Я вышел когда-то, мы ходили на санкиртану по квартирам с другом. Был дождливый день, было так неохота туда идти, знаете. Так всегда не хочется. Но преодолеваете себя. И вот мы поднимаемся на 9-й этаж повыше, и потом спускаемся по этажам, мы стучимся в двери. Так, потихоньку. И, слава Богу, никого, кажется, нет. Ну, звоним в дверь, ну, слава Богу, вроде не открыли, наверное, нет. Мы стучимся, вы хотите к ним? А, не хотите, спасибо, до свидания. Когда такое настроение, то никому оно не нужно, понимаете? И вот вы ходите иногда в таком настроении. Я был в таком настроении, я ходил, думал, ну, никто не хочет. Звоню в дверь, люди не хотят. И, ну, я так и знал, простите, до свидания. Я думал, ну как же так, книги никому не нужны. Или открывают дверь и говорят, мы неграмотные, мы читать не умеем, ключа нет у нас от дома. Да, я так и думал. Я даже боялся позвонить и постучать громко. И рядом был друг. Мой опыт был такой, что книги никому не нужны. Я был убежден в этом. Но рядом был друг, который стучался в дверь очень громко, со всех сил. Вот так прям бам-бам. Он стучал очень громко. И звонил одновременно. И одновременно дергал ручку так. Дергал, пока не откроют. И когда дверь открывалась, хозяин просто вылетал из этой двери. Что такое? Что случилось? Почему вы стучите? Что это? У меня ребенок спит. Как вам не стыдно? Он говорит, ну откуда я знаю, кто у вас там спит? Вы не открываете. Я вам книгу, говорит, принес. Что за книга? Книга это веды, очень важное знание. Очень важное знание, говорит. Здесь говорится о разуме, прочитайте первый стих. Смотрите, здесь говорится, тот, кто контролирует язык, желудок, гениталия, имеет право принимать учеников повсюду в мире. Правда ли? Не правда ли здравый смысл? И они, ну, и что? Купите ее. Сколько стоит? И покупали книгу, одну, вторую, третью, одну за одной. Понимаете? Но когда я стучался, у меня не брали книгу. Представьте себе, каков мой опыт и каков его опыт, совершенно разный. И какой я вывод сделал? Сознание Кришны никому не нужно, верно? А какой он вывод сделает? Сознание Кришны нужно всем. Видите? Это просто настройка вашего сознания. То есть наш ум, он окрашивает все в определенный цвет. Если я в этом сознании, то я вижу именно мир таким образом. Тогда я не вижу Кришну, не вижу, что это нужно кому-то, сознание Кришны. И я распространяю яд таким образом. Потому что внутри я не вайшнав. У меня нет этого сознания Кришны тогда. Внешне я, конечно, могу выглядеть как вайшнав. Внешне, да. Но люди сразу разоблачают нас, если они видят, что ты внешне вайшнав, но внутри не вайшнав, то они называют тебя как? Они говорят, ты зачем переоделся? У вас что сегодня, маскарад или что? Зачем вы переоделись в индийскую одежду? Они так говорят? Иногда же, правда же? Зачем переоделся в индийскую одежду? Тогда мы говорим, тогда мы напряжены, мы отстаиваем, сопротивляемся, мы говорим, а вот так вот мы оделись, потому что мы садху. И мы ругаемся с ними, они говорят, ну и садху, ругается действительно. И мы чувствуем, что мы как бы вот хотим объявить какую-то революцию людям. Но когда одевают одежду чистые преданные, они видят это, и они говорят, вот этому человеку, вашему духовному учителю, идет эта одежда, а вот вам не идет. Почему не идет? Потому что настроение не то. Но если настроение будет то, что нужно, будет внутри сознания Кришны, то даже можете не одевать эту одежду. Все равно будет видно, что это преданные. Замечательно, когда преданные одевают какой-нибудь костюм с галстуком, то он ему не идет. Замечательно? Чтобы видно, что он на себя одел. Когда он одевает костюм гангстера, вот эти вот с галстуком. Это гангстеры любят такие костюмы носить. Мафия. Вайшнаву не идет, у него лицо не подходит к этому костюму. И в то же время, если он одевает какую-то любую одежду, то он ее как бы украшает. Видно, что это садху, и как-то эта одежда ему не подходит. У него лицо не мясоедное. Такое, знаете, не подходит. Поэтому даже если он переодевается, его все равно разоблачает. Говорит, ты кришнаид, что ли?
Потому что от него идет такое сияние, всегда радуется почему-то. Подозрительно. Даже если вы в поезде будете просто молчать, они все равно вас разоблачат. Я стараюсь в поезде молчать. Все, я тихо еду, все, никого не трогаю. На полке, как Гуру Махарадж говорит, ложишься на полку и не слазишь. Открываешь источник вечного наслаждения, читаешь и не слази оттуда. Тогда ты будешь защищен. Потому что там же тамас. А место очень сильно влияет на человека. Если вы попадаете в какое-то определенное место, не думайте, что у вас есть сила на это место повлиять. Скорее, это место на вас повлияет. Где много материалистов, которые целый день едят мясо, это, например, поезд. И вы думаете, что вы повлиять на них, пока нет такой духовной силы, берегитесь. Защищайте свою духовную жизнь, оберегайте. Можем приехать в какой-то город и сразу почувствовать, настроение испортилось. Такие гуны. Или наоборот, улучшилось, гуны такие. В Дхаме гуны другие, их там вообще нет. Например, они дублируются. Вроде бы как будто гуны, но это не гуны. Это подделка, но это не гуны. В святом месте их нет. А в поезде сплошные гуны. Вот вы едете там, в этом настроении. И люди начинают замечать, что что-то не то с вами. Все равно они видят. О, я ехал однажды, семья была. Азиатская семья, которая ели мясо жутко, там запах стоял невыносимый. У них там такое традиционное такое есть блюдо одно. И оно им очень нравится. Но я не могу терпеть этот запах. Вот это делается из мяса. Я даже не хочу говорить из деталей, но... Я вышел поэтому из поезда подышать воздухом на улицу. И зашел в последний момент, чтобы, знаете... И даже не заходил вовнутрь, стоял в коридоре. И тогда они открыли дверь, и там была одна бабушка, ихняя бабушка. Это ехала бабушка, дедушка и внучка. Бабушка вышла, говорит, ой, мы так волновались. Говорит, мы думали, ты потерялся, отстал от поезда. Тебя нет и нет, а поезд уже тронулся. Но она как бабушка со мной, на ты как бы, как с внуком. И я говорю, да нет, я просто вышел подышать. Воздухом. Я же не могу им сказать, что вы здесь едите, они считают, что это все очень вкусно, я же не могу портить им настроение. Я говорю, ну да, но я просто вышел подышать. Я зашел, хотел залезть на полку, он начал залазить на полку, она посмотрела на меня и говорит, а ты что, музыкой занимаешься, что ли? Я говорю, почему музыкой? Ну, просто по прическе, я так подумала. Она хвостик увидела. Я говорю, нет, я не музыкой занимаюсь. Я говорю, вайшнав. Она говорит, а что такое вайшнав? Это что-то связано с Харе Кришна? Она сама знает. Я говорю, ну, да. Она говорит, ну-ка спустись сюда. Я люблю такие разговоры. Со мной никто не хочет разговаривать о Боге. А с тобой я хочу поговорить. Может, ты поговоришь со мной? Скучно же в поезде ехать. Я тут сразу же вспомнил, что она была необычная бабушка, потому что все время, когда она, например, наливала чай или раскладывала еду, она все время говорила «Аллах, Аллах! Ой, Аллах, Аллах!» Вот в таком настроении. Она повторяла все время имя Бога. И я понял, она любит говорить на эти темы, но с ней никто не хочет разговаривать. Говорит, ну спустись, поговори со мной. Ну ладно, говорю, поговорю. Я спустился. Говорит, вот муж сидит, дедушка, он не любит со мной о Боге разговаривать. Никто со мной не любит. Ну давай поговорим. И она стала задавать мне вопросы. Говорит, а правда, что я слышала, что вот у вас, у кришнаитов, когда кто-то умирает, нужно радоваться? Нет, не совсем правильно. Не то, что радоваться нужно, но нужно не скорбеть. Мудрый не скорбит, говорит, за неживых, не мертвых. Он говорит, о, вот это, говорит, логично. Хорошая мысль. Это правда, что там у вас, то, вот, например, там, ну, какая у вас практика, расскажи. Я говорю, вот четки есть, вот видите, на четках мы повторяем имена Аллаха. Правда, эти имена Аллаха на индийском языке, но мы повторяем. Она говорит, здорово, почти все так же, как у нас. И она задавала мне разные вопросы, ей так это нравилось. Она говорит, удивительно, говорит, ты знаешь ответы на все вопросы. Говорит, хорошо. А вот мой дедушка, говорит, в Бога не верит. Я говорю, нет, он верит тоже. А дедушка молчит, сидит. Он же мужчина, он не сентиментальный человек, он напряженный, с внучкой разговаривает. Я говорю, нет, дедушка тоже верит в Бога, но он верит в Бога по-мужски.
Дедушка раз так сразу появился и говорит, вдруг включился в разговор, знаешь, а ведь все, что ты говорил, это наука. И говорит, на самом деле, наука, она будет, за наукой, говорит, будущее. Я говорю, точно, точно вы сказали. Я, говорит, знаю веды, говорит, индийскую культуру. Говорит, там 8 400 000 концепций. Я не понял, что он имеет в виду. Говорит, там 8 400 000 концепций. Я говорю, ну да, много-много, говорит, там культура богатая. Он говорит, да, там столько, говорит, праздников, там каждый день праздник, говорит. Вот у нас, говорит, только Наурыз праздник раз, говорит, в год весной. А у них, говорит, каждый день праздник. Вот такая культура, говорит, богатая. И начал сам проповедовать. Ну так, знаете, по-простому очень. Так, ну как, с позиции своего понимания. Я уж не стал его исправлять. Видимо, что-то слышал про 8 400 000 форм жизни, может, что-то еще, где-то что-то, но у него все так сложилось в голове по-своему. И он говорит, и будущее, на самом деле, за наукой, Бога откроет наука, он сказал. Не религия, говорит, а наука. Я говорю, точно, точно, говорю, вера и знание, говорю, вместе. Это и есть веда. Религия и наука вместе. Он говорит, да, да, говорит. И он очень довольный стал, так расслабился, и бабушка тоже вдохновилась, она на него так посмотрела, даже удивилась. Говорит, а я, говорит, всегда, когда намаз читал, он на меня ворчал, ругался. Говорит, читаю намаз, повторяю имена Бога, он говорит, ай, говорит, все это не то, это все просто религия, нужно вот знания развивать. И затем внучка включилась в процесс, когда увидела четки. Я достал четки, показал, и она, ух ты, говорит, можно подержать, я даже не успел. Сказать, что нельзя, она схватила их в руки, представляете, и мои четки, говорит, в руки. А я, говорит, тоже мантру повторял, я говорю, ничего себе, говорю, неужели? Я сначала ехал, думал, какие-то мясоеды, понимаете? А тут выясняется, что бабушка повторяет имена Аллаха, дедушка почти уже продвинутый, и внучка уже мантру повторяла. Я говорю, и как же вы ее повторяли? Какую мантру? И она мне повторяла какую-то мантру, где есть имя Кришны, но не Хари Кришна мантру. Я, говорит, просто читал книги по фэншую. А там мантры приводили разные, чтобы деньги были, чтобы успех был. Я, говорит, читала мантры, раньше читала мантру. Я говорю, а вы знаете, что вы будете продолжать скоро читать мантру? Я так понял, потому что видно было, что у них есть сукрити, и оно еще увеличилось, она схватила четки, понимаете, сама. Они любят говорить о Боге. Я говорю, вы скоро снова будете повторять мантру? Ну, не знаю, наверное, может, буду, говорит. И они такие довольны. Я им стал рассказывать о режиме дня, что вообще уже пора спать, я сейчас лягу спать и встану рано. Встану рано, буду повторять мантру, как намаз, до восхода солнца. Говорит, а ну конечно ложись, говорит, ложись, спи, отдыхай. Я лег спать, и с ними что-то случилось. Когда я лег спать, они впали в экстаз. Я услышал это. Вдруг бабушка как начала хохотать. Она начала хохотать, дедушка начал хохотать, внучка стала хохотать, их охватила какая-то радость. И у меня волосы аж, ну, мурашки по телу побежали, думаю, что с ними? Она говорит, ой, как хорошо, ой, как радостно, говорит, ой, я так люблю вот эти вот разговоры, как хорошо, что мы поговорили. И она стала проявлять такие вот симптомы какого-то блаженства такого, радости. И смеялись, при этом мясо ели. Вот это состояние. Это называется Кришна-катха. То есть она может проходить спонтанно иногда. Вот вроде бы, смотрите, здесь говорится, что чистые преданные не признают слов и молитв, которые вот люди нарушают, смотрите, этикет вайшнавский. Однако, смотрите, у них что-то было внутри. Откуда это было? Они где-то соприкасались с преданными, вот в чем секрет. Где-то что-то она слышала о преданных, она спросила сразу, а правда, что кришнаиты, они вот, например, радуются, когда кто-то умирает, понимаете? Она где-то слышала, она что-то слышала, дедушка тоже что-то слышал. А внучка когда-то начала повторять уже мантру, видите? Откуда это преемственность? Они соприкоснулись как-то вскользь, даже вскользь этого достаточно. Оно очень тонко действует в сознании Кришны. Оно как вирус. Вы его не видите, но оно проникает, а оно потом выходит плугом. Оно дает плод. Потом, когда всходит этот плод, он выражается именно вот в этом желании. И так как это люди начинающие, начинающие люди испытывают большие чувства в сознании Кришны. Почему? Потому что они практикуют намабхас. Там нет апаратхи, понимаете? Так как там нет апаратхи, они чувствуют экстаз. Когда мы только начинаем в сознании Кришны, мы чувствуем экстаз.
Замечали же? Помните, как здорово? Когда начинающие преданные собираются петь Харе Кришна, они с таким энтузиазмом хлопают и поют, заметьте это, что вы сами вдохновляетесь гораздо больше. Потом приглашайте всегда новых людей, приглашайте, если их не будет, то не будет ничего. Харибол кончится, Прабхупада говорит. Без пропади кончится весь Харибол. Говорит, новых людей нужно. Новые люди привносят сознание Кришны, они повторяют нам абхаз. Но затем, когда они получают знания, например, что существует еще 10 оскорблений, что есть еще общество преданных, и начинают присматриваться к преданным, через некоторое время они начинают видеть какие-то недостатки, недочеты, и так как они получили знания, теперь они должны осознанно стать на этот путь, осознанно повторять нам абхаз. Но осознанно его повторять сложнее. Это уже борьба, это уже осознанный выбор. Но пока они не знали, они были невинны, поэтому вот это невинное повторение, это был нам абхаз. Поэтому человек, начинающий в духовной жизни, чувствует огромный энтузиазм, его как бы подтолкнули, он едет и счастлив, знаете, как велосипед толкнули, даже педали крутить не надо. Но в какой-то момент он останавливается, педали нужно крутить. Поэтому люди, начинающие, могут делать чудеса в сознании Кришны. Прабхупада говорит, вот мои ученики, и вот мои духовные братья. Мои духовные братья когда-то еще, до того, как я поехал, Бхактистанта Сарасвати Такур, мой Гуру Махарадж, отправлял учеников в Англию, чтобы они как-то дали сознание Кришны западному миру. Говорит, они ничего, говорит, не смогли сделать. При этом они следовали всему этому этикету, они были идеальны в поведении, они были чисты и преданы. Ничего не смогли сделать. Говорит, и вот смотрите, какой парадокс, как интересно, как это необъяснимо. Посмотрите, мои ученики, даже не саньяси, говорит, просто семейные пары, которые кое-как следуют принципам. Только вчера научились, еще еле-еле им то и дело срываются с этих принципов. Еще не могут толком мясо не бросить есть. Еще иногда ходят на перекур. Еще иногда кофе пьют. А они делают чудеса в сознании Кришны. Говорят, я их отправляю в любой город, и они открывают храмы, центры, и Кришна проявляется. Говорит, как это так получается? Как это так получается? Что у них за квалификация? Знаете, что это за квалификация у них? Они искренние. Они искренние, и они не оскорбляют, и не критикуют, и ничего себе не мнят. Это искренность. Так как они искренние, Кришна проявляется, Кришна использует их, занимает их в сознании Кришны. Занимает, потому что видит их чистоту. Ему не важны эти дурные привычки, он на эти может и не обратить внимания. Но если человек привязан к своей стерильности, то Кришну не интересует эта стерильность. Кришну интересует преданность. Иногда человек думает, что главное это стерильность, но нет, не стерильность. Однажды Говинда Махарадж такой урок преподнес одному преданному, он рассказывал. Я сам не видел, но рассказывал. Они путешествовали где-то в западных таких регионах, где очень такая, знаете, чистота, стерильность, все изыскано. Настолько люди такие привязаны к каким-то вот таким правилам, чистоте. А Говинда Махарадж пил воду, стаканчик у него был. Выпил воды и бросил прямо на этот стерильный пол. Шлеп. И сидит, молчит. И ученики его. Они же всегда наблюдают же за гуру, за поведением. Он же вначале поведение учит. Странно, думаю. И молчат. Но стыдно же, они же не спросят прямо. И внутри так сомневаются. Думают, почему? Непонятно. И вот однажды, когда они вернулись в Казахстан, когда это уже забыли про этот случай, Говинда Махарадж сел петь киртан. И вдруг неожиданно говорит тому преданному, который как раз сомневался, все думал, почему он так поступил. Он ему говорит, слушай, знаешь что? Говорит, когда я приезжаю в Америку, в западные страны, меня, говорит, тошнит от их стерильности. А когда я приезжаю в Казахстан, или вот в эти страны, Россию, меня тошнит от этой грязи, говорит. Без них грязь, говорит. И говорит, знаешь, только в киртане я чувствую себя хорошо. Понимаете? Мы не мирские моралисты, нас не интересует просто какая-то нравственность ради нравственности. Чистота ради чистоты. Или грязь ради грязи. Нас интересует преданность Кришне. Преданность Кришне, она выше всей любой этой двойственности. И вот если есть эта преданность Кришне, то это высшая цель на самом деле. Это высшая нравственность.
Поэтому нас должно интересовать именно желание Кришны, что же хочет от нас Кришна. И вот если есть эта преданность Кришне, человек чист. Даже если он стреляет из лука и уничтожает, казалось бы, совершает какое-то насилие, участвует в войне, он чист, садху. Он садху. Поэтому очень трудно понять, что такое чистое преданное служение, что такое садху. Люди думают, что просто стерильность, чистота, значит святой не обязательно. Потому что святой, чистый человек, независимый, например, святой независимо от параметра, может быть гордым просто. Он может гордиться своей чистотой. И тогда он не увидит Кришну. Он будет просто гордиться своей чистотой, своим этикетом, чем-то еще. Поэтому преданный, он и не пренебрегает этикетом, он следует строго ему, потому что он предан Кришне. Он предан Кришне, но если Кришна скажет, ешь мясо, Кришна будет, преданный будет есть мясо. Если Кришна скажет, стреляй из лука, преданный будет стрелять из лука. Потому что выше, Кришна выше правила предписаний. Это так же, как, например, вот вы в пробке сидите, и там зеленый свет горит. Но стоит гаишник и говорит, нет, ехать нельзя. Он говорит, ну как же, зеленый же свет. И в то же время, когда красный свет, он может сказать, проезжай. Он скажет, ну не наш свет, я не могу ехать. Он скажет, я же тебе говорю, проезжай. Почему? Он выше. Он выше правил дорожного движения. Потому что он сам устанавливает эти правила дорожного движения, гаишник. Так же? И Кришна тот, кто устанавливает правила. Поэтому если он говорит, нарушь правила, ты должен нарушить. Если говорит, не нарушай, ты должен не нарушать. Поэтому мы следуем правилам предписания не потому, что мы мирские моралисты, а потому что этого Кришна хочет. Кришна хочет, поэтому мы этому следуем. Если он не захочет, мы не будем этому следовать. Мы опираемся, это высшая дхарма и желание Кришны, личности Бога. И теперь кто-то скажет, ну а вдруг мало ли что он захочет? А, ну Кришна ведь друг. Это Кришна, кто такой Кришна? Нужно тогда понять, кто такой Кришна. Нужно тогда понять его положение. Ну, очень хорошо понять его положение, прежде чем мы ему предадимся. Когда мы понимаем его положение, что он суммум боном, что означает высшее благо, на латыни, что ли? Прабхупада иногда приводит это. Это не санскрит. Но означает высшее благо. Он говорит, поймите, что Кришна это высшее благо. И тогда человек становится преданным просто по своему содержанию. Внешне он может даже не выглядеть иногда как преданный, и не будьте сбиты с этим с толку. Дальше будет это разъясняться. Дальше. Эта вся история с Читракета будет продолжаться. В следующих жизнях это будут проясняться эти моменты, эти тонкости. Но однако это не означает, что мы должны пренебрегать правилами и предписаниями. Это тоже будет препятствие. Рупа Госвами говорит, что препятствия, правила и предписания могут быть препятствиями, если мы следуем ради них, просто ради самих правил и предписаний. Например, мы можем следовать ритуалу ради ритуала, тогда это препятствие. И пренебрежение правилами и предписаниями это тоже будет что? Препятствие. Например, я следую строго правилам и предписаниям, что аж забываю цель. Бывает же такое? Например, правила предписания – это указатель. Они говорят, вот туда двигайся, вот туда вверх. Видишь, там луна светит, вот ее видишь? Если я смотрю просто на палец, который показывает на луну, но не смотрю на луну, то я не достиг цели. Я должен смотреть не на палец, а туда, куда он указывает. Понимаете? Но люди иногда смотрят на палец и не смотрят на суть. Они следуют религии, но Бог их не интересует. Они говорят, главное правильно креститься, например. Они говорят, уж не предал ли я свою религию? Уж не предатель ли я? Ведь я же стал в сознании Кришны. А раньше, уж не предал ли я Иисуса Христа, например, люди часто спрашивают. И они могут разобраться в этом. Но если ты увеличил стандарт чистоты, это разве предательство? Если ты стал ближе, чище, разве это предательство? Если Христос говорил, не убей, и ты даже перестал есть мясо, и ты еще ближе к Нему. Чище стандарт. Чем чище, тем ближе к Богу. Ты приблизился к Богу, стандарт увеличил, то это ближе. А предательство – это когда ты отходишь от процесса, от самого, следуешь просто ради самих правил предписаний, просто одежду хочешь носить или крестик хочешь носить, при этом ты все время пьяный, и ты думаешь, что ты вернешься к Богу. Люди так иногда ходят. Думаю, что этого достаточно. Поэтому правила предписания нужны не для самих правил предписаний. Преданный – это не тот, кто просто хранит целибат, как люди. Накришна – это те, которые не едят то, не делают это. Это вот такие люди.
Нет, это не то, что такие люди. То есть, например, старая обезьяна, говорится, она тоже следует всем правилам. Или животное, например, оно тоже следует принципам. Разве животное нарушает четвертый принцип? Они вступают в половые отношения только по сезонам. Следуют регулирующим принципам. Но от этого же оно не становится святым. И решалось бы тогда все просто, но все свои чувства просто атрофируй, и все, и тогда ты станешь святым. Нет, не станешь. Или отреченным. Ты станешь, если у тебя просто отобрать кошелек? Если просто отречение решалось так, ну отберите у человека кошелек и выбросьте его на улицу, из дома выгоните, вот вам и отреченный человек. Но разве это квалификация? Он же будет все время ныть, он скажет, о, какой кошмар, я хочу то, я хочу это не отречение. Отречение – это внутреннее состояние. Поэтому сознание Кришны – это тоже внутреннее состояние. И правила предписания помогают нам обрести это внутреннее состояние, а не внешнее. И тогда, когда мы обрели это внутреннее состояние, то такой преданный имеет огромную силу. Если даже он не говорит о Кришне, а говорит, например, об Аюрведе, казалось бы, о здоровье. Вот, например, вот Дхарма Прабху говорит о здоровье, но люди становятся преданными. И он говорит иногда, что какое-то косвенное проповедь, но проповедь не может быть косвенной. Проповедь – это попадание в цель. Как можно проповедовать мимо? Возможно проповедовать мимо, так, мимо цели. Когда мы говорим слово «проповедь», означает, она всегда попадает в цель. И вот результат. Мы были в одном городе, в Белгороде, осенью. И там одна женщина, она решила собрать всех в этот же день. Так получилось, что мы приехали, и она в этот день решила собрать учеников. Не учеников, а последователей доктора Тарсунова. Потому что доктор Тарсунов говорит, смотрите, как вас много людям. Там по тысячу человек собирается в Москве на программу. И они, говорят, хотят общаться с ним. Он говорит, ну я-то один, а вас много, посмотрите. Говорит, вы все хорошие люди, говорит, почему бы вам не познакомиться? Понимаете, к чему он клонит? Если они все познакомятся, то это будет мировое движение еще одно. Представляете? Представляете, что произошло? Не представляете, да? Представьте, что произошло. Он сделал всю Россию в сознании Кришны. Все, остался один шаг. И при этом он ни слова не сказал о Кришне. Как это так удалось ему? Он приезжал, например, в Алмату, и мы видели, как он это делает. Он приходит в костюме. У него такой компьютер с собой. А мы с сестрой тогда были начинающие. Это было давно. И мы пришли на программу, мы пешком ходили туда. Мы пришли, сели и смотрим. Думаю, может он просто доктор, это у него работа, может он и не преданный. Может он так выглядел, ну прям вот знаете, вот такой вот человек, в костюме, все. И он сразу же предупредил, знаете, я говорит, не буду с вами спорить. Вот если вы сейчас будете задавать вопросы о религии, сразу предупреждаю, я на такие, этим не интересуюсь. Я не буду спорить ни о религии, ни о чем, я просто буду передавать вам знания, которые сам вот прочитал, узнал. Буду делиться, сразу хочу вас предупредить. И таким простым языком, простым тоном стал говорить о здоровье. Вначале о здоровье. Потом, следующий семинар, он говорит, мы будем говорить о режиме дня, но придут не все. Говорит, потому что не каждый готов менять свою жизнь. Придет немножко меньше людей, но мы будем говорить. Приходит еще больше людей, потому что, ну как же, что ж, мы не придем, что ли? Потому что хуже, что ли? Он говорит, ну вот вы пришли слушать о режиме дня. И знаете, оказывается, в Ведах написано, что нужно вставать рано до восхода солнца. Он говорит, не утверждает эту истину, а говорит, оказывается, в Ведах написано, понимаете? Вместе с людьми совершает это открытие, очень ненавязчиво, оказывается, в Ведах написано, а не потому, что вот в Ведах написано. И он говорит, ну да, оказывается, и просто вот так вот сидит в компьютере, читает вместе с ними, как бы он не говорит, что я все знаю, у меня такая память, он просто, оказывается, знаете, вот что я здесь только что прочитал? Оказывается, вот так вот в Ведах говорится, очень простой язык. Но что мы почувствовали, что огромная сила в его словах. И затем следующий семинар, он говорит, а теперь следующий семинар, третья ступень, мы будем говорить о качествах характера и как их менять. Но сюда уже точно придут лишь единицы, потому что работа над собой, менять характер вообще невозможно. И приходит еще больше народу, все готовы работать над собой. И что же он там говорит? Он просто описывает качество вайшнавов. Кто такой вайшнав?
Он говорит, что такое смирение, что такое терпение. Просто описывает вайшнава. Говорит, вот есть такие люди, которые всех кормят бесплатно. Ищите таких людей. Говорит, общайтесь с ними. Говорит, а какие они, где они? Он говорит, ну я не знаю, где, но где-то есть. Ищите. Понимаете? И затем, в конце концов, он говорит, когда он заканчивает свой семинар, и мы поняли, вот это да, мы с сестрой увидели, какой гениальный подход, он всех подвел к самой сути, понимаете? Он передал сознание Кришны без всяких вот этих слов, он просто без всяких терминов передал суть сознания Кришны. Кто такие садху, что такое практика, все передал. И в конце концов он говорит, а вы знаете, я сейчас уезжаю, я, конечно, рад был с вами пообщаться, но я уезжаю, и знаете, так повезло вам. Сюда приезжает один человек, единственный такой в мире, больше таких нет. Пожалуй. Это, говорит, мой учитель, даже, в каком-то смысле. Он, говорит, путешествует по всему миру, он тоже знает веды, И, говорит, я бы хотел, чтобы вы продолжили общение. Вы же, наверное, хотите продолжить, но я уезжаю, но вот он продолжит на следующей неделе. И приходит, приезжает Чайтанья Чандра. И он приходит уже в Тхоте. С гармошкой сразу поет Харе Кришна. И все эти люди через лет 10 стали его учениками. Гуру Махараджа. Он их подхватил. Видите как? И что было еще? Он сказал, я не просто уезжаю, а знаете, что я узнал? Оказывается, в Алмате есть, говорит, ведическая деревня. Да вы что, люди такие? Прям ведическая? Он говорит, да. Говорит, оказывается. И там будет ведический праздник, вот если хотите, съездите туда. И как бы он, знаете, как будто сам туда не собирается, так ненавязчиво, знаете, вот узнал тут случайно на базаре. Поезжайте, говорит, туда. А говорит, откуда автобус? А вот человек, он оказывается с этой деревни, сейчас он скажет адрес, где автобусы будут от Тюза отходить, приходите, садитесь, там будет праздник один ведический, поезжайте. И люди все поехали. Полные автобусы, много автобусов. На Джанмаштами у нас около 1000 человек собирается. И они приехали туда, и что же там? Ой, говорит, оказывается, это же кришнаиты. И вдруг смотрит, Олег Геннадьевич стоит в Тхоте. И стилака на лбу, у них такие круглые глаза. Он говорит, Олег Геннадьевич, вы что, тоже что ли? А он так спокойно и невозмутимо, а что? Я разве об этом не сказал? Вы разве спрашивали об этом, или разве я должен был об этом говорить? Ну да. Если бы спросили, я бы ответил, но вы же не спрашивали, ну, все нормально, а что в этом такого удивительного? Что такого, что по вероисповеданию я кришнаит? Ну и что? И что же? Все. Они автоматически принимают сознание Кришны, без всякого сопротивления. Они с большой жаждой принимают сознание Кришны. Как это ему удалось? Ни слова не сказав о Кришне. Потому что он по сути, по содержанию он предан. И любое его слово, оно пронизано сознанием Кришны. И в то же время неофит или начинающий, конечно, атикари, он может сразу же изложить всю Бхагавад-гиту, он хочет всю Бхагавад-гиту сразу передать человеку. Он кричит ему, прямо проповедует ему какие-то такие вещи, но люди лишь убегают и сопротивляются. И так внутреннее и внешнее, они должны быть в гармонии. Должна быть внешняя форма, этикет, но этот этикет должен быть наполнен внутренним содержанием. Если нет внутреннего содержания, то тогда оно не имеет смысла. И в Кали-югу люди не понимают, что такое внутреннее содержание. Они все изучают поверхностно. Они изучают архитектуру, а не содержание храма. Не садху, а архитектуру. Когда мы учились, культурология у нас был предмет, мы изучали древнюю Индию. Нам сказали, это для духовного вашего развития. Поэтому ты расскажешь об архитектуре храма Шивы, ты об архитектуре храма Кришны. Я думал, а как насчет того, о чем там говорят в этих храмах? А как насчет самого учения? А само учение нам не нужно. Вот это в таком стиле сделано, тут так кирпич положили, а тут так кирпич положили. А при чем тут кирпичи? Что здесь духовного? Почему мы не говорим о содержании? Это Кали-юга. В Кали-югу люди верят только в пиар, только во внешние вещи. Если вы переоденетесь во что-то, люди поверят, что вы садху. Но должно быть содержание. Содержание означает, что человек внутри пронизан принципами сознания Кришны. Он следует им не внешне, а внутренне. И поэтому внешне он всегда идеален в своем поведении. Но иногда
Его поведение очень трудно понять. Не сбивайся этому с толку, не думать, что это значит непреданный. Иногда преданный ведет себя странно, например, как Арджуна, он убил много человек. Ну так ему пришлось. И кажется, что садху должен был бы подставить вторую щеку. Но иногда есть высшая воля, он должен это сделать. Однажды Бог попросил Авраама убить сына. Помните? Он просто проверял его преданность. И тот уже был готов это сделать. Преданность, она выше каких-то принципов таких мирских правил предписаний. Потом Прабхупада говорит, не думайте, что вайшнав это какой-то малодушный, слабый человек, все время извиняющийся. Извините, извините, извините. И внутри он кипит, обижается на всех, просто у него сил нет, чтобы дать сдачи, и потом все время извиняется. Это не смирение. Смирение — это другое. Смирение — это не отождествление себя с телом. Смирение, оно выглядит величественно. Одновременно смиренно и одновременно величественно, потому что это осознание души. Однажды Прабхупада журналистам сказал очень такую прямую вещь, когда они сказали, подумали, что вайшнав это какой-то слабый человек, прячущийся от реальности. Прабхупада сказал, ничего подобного. Знаете, кто такой вайшнав? Это Хануман. Хануман сжег целый город. Вайшнав может это сделать. Он обладает такой силой. Арджуна убил миллионы людей. Вот кто такой вайшнав, он сказал. Как вам это нравится? Понимаете, что имеет в виду Прабхупада? Это не значит вайшнавское поведение, что он всех там убивает. Но он имеет в виду, что вайшнав не какой-то слабый человек. Он предан Богу, и если необходимо, он следует всему, что нужно. Если Кришна просит, его главное мнение, нравственность опирается на желание Кришны, а не на мирскую мораль. Мирская мораль – это форма невежества. Вот и все, она порождает гордость. Если нет преданности Богу, то у человека не может быть хороших качеств. Не надейтесь на это. Он может быть просто хороший, добрый. Но это добро сменится злом, потому что здесь чередуется добро и зло. Потому что гордый человек, например, добрый человек, но гордый человек будет противопоставлять себя какому-то плохому человеку. И тогда он переймет его качество. Это происходит просто. Гуру Махарадж рассказывал историю про художника, которому нужно было написать образ Иисуса Христа. И он нашел одухотворенного человека, красивого, молодого. И говорит, можно напишу ваш портрет, потому что мне нужен образ Иисуса. Пожалуйста, говорит. И тот человек согласился, он нарисовал его портрет, написал. Одухотворенную личность. А чуть позже ему нужно было написать портрет исчадия ада, как бы, образ сатаны. И он думал, где же такой-то найти образ. Ходил, 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 нашел в канаве какого-то человека грязного, страшного. Такого, на лице написано просто злобный какой-то человек. Я напишу ваш портрет, можно? Я там заплачу вам деньги. Согласитесь, мне нужно написать вот такой вот. У вас типаж такой, колоритная внешность. Он стал рисовать, писать портрет, и вдруг этот человек, которого он рисовал, сказал ему, а вы меня не узнаете? Он говорит, нет, а кто вы? А вы уже писали с меня портрет. Когда? А много лет назад портрет Иисуса Христа. Как же так? Та же самая личность. Человек, который не предан Богу, не может быть всегда хорошим. Он будет чередовать себе качества. Иногда он добродетельный, иногда нет, иногда такой, иногда такой. Если в этой жизни он хороший, то в следующей жизни плохой. Если в этой жизни очень плохой, то в следующей жизни хороший. Это двойственность. А преданность Богу — это некое третье состояние, которое выше двойственности. Поэтому не воспринимать сознание Кришны как мирскую мораль и нравственность, и какую-то религию, которая просто учит нас каким-то правилам и предписаниям, какой-то догме. Не думайте, что это какая-то догма. Что у нас такие вот правила, у вас такие правила, мы вот такие правильные люди. Не в этом дело. Дело в отношениях с Кришной. Поэтому преданные бывают очень разные, и не сбивайте с толку их каким-то поведением непонятным. Обратите внимание на их преданность, есть ли она там. Если есть преданность, все в порядке. Если человек предан Кришне, в нем разовьются все лучшие качества. Это лишь вопрос времени. Если даже сейчас, может быть, у него их нет. Но если он предан Кришне, в нем все это разовьется. Поэтому ключевой момент — это преданность Кришне.
Тогда человек, все, что делает человек, это яги, все, что произносит, это прославление Бога. Все, о чем думает, это сознание Кришны. Какие-то вопросы, может быть? Извините, я хотел поинтересоваться. А изменение сердца и это я просто встречал раньше эту метафору. Я хочу понять, эту метафору. Имеется в виду глубокие изменения в уме. Или как правильно это понять? Изменения в сердце, глубинно изменить свой ум. Да, сердце, в сердце сосредоточена наша личность. Сознание сосредоточено в сердце. Там ум, разум, ложное эго, все там сосредоточено. Поэтому, когда мы говорим сердце, это значит вот главным образом ум, с умом разобраться, очистить его. Когда мы его очищаем, глубинные перемены, именно в корне. Когда там происходит перемена до глубины, то человек обретает именно глубинное сознание Кришны. Даже если он внешне забудет о чем-то, он все равно помнит Кришну. И то есть его мысль на поверхности, допустим, может быть другая скользить какая-то. Он может, например, в течение дня думать о работе. Потому что думать нужно о том, что ты делаешь. Но фоном его жизни, основой его жизни, это сознание Кришны остается. И тогда это чувствуется сквозь него. Но если я на поверхности только мысль изменил, а в корне я еще полон всяких материальных желаний и нечистот, то все, что срывается с моего языка, это будет оскорбление. Даже если я сладко говорю. Ну, к примеру, Гаура-Кишор Дас Бабаджи, он был очень строг. Как садху, он не нуждался в последователях, поэтому людей даже отгонял от себя все время, если к нему приходили. Он иногда прятался в таких местах, куда люди не пойдут. Кажется, ну, зачем вайшнав сидит в туалете? Повторять там, возле туалета. Когда мы предлагали построить хороший баджан-кутир, он говорит, вот мой кутир. Возле туалета. Представляете? Такое поведение у него было странное. Экстравагантное. Например, чтобы шокировать людей, он ел из черепной коробки. У него была черепная коробка, череп, который где-то он нашел, из него он принимал пищу. Чтобы люди даже не подходили к нему. И чтобы никогда не забывать о том, что жизнь временна. Но все же некоторые люди все время искали его. Они искали в обществе, но все равно знали, что он очень предан Кришне. Это все он так просто отпугивает нас. И тогда он прятался где-нибудь, знаете, иногда прятался в публичном доме. Там его точно не найдут. Он знал, тут меня точно не найдут. Бхактивинода Тхакур знал все равно, где его найти. Или под какими-то лодками. Люди ходили, лодки поднимали, нет ли его там, нет. Он прятался от людей, но они его искали все время. Последователи. Хотя он не выглядел привлекательно как-то. Или харизматично. Не пел красиво, допустим. Не читал приятных лекций. Наоборот, когда к нему люди приходили и рядом садились петь, он прямо говорил, ты что думаешь, что ты сейчас тут поешь святое имя? На самом деле ты кричишь просто. Ты не поешь святое имя, я слышу лишь вопль. Это вопль, который ты кричишь. Хочу денег, хочу женщин. Вот что ты кричишь. Это не Хари Кришна, он говорил, это не святое имя. Потому что он знал, он видел нутро человека. Он видел, язык-то его повторяет, а внутри он думает об этом. И так как садху, он должен разоблачать это все. И он как нож вонзал, раз, и человек, ой, вы меня прям в самое сердце разоблачили. И они тогда, ну, они его слова, они не обижали, они меняли сердце. Прабхупада тоже мог так говорить. Но если мы так начнем говорить, мы всех и разгоним. Мы должны приятно сказать ему, приятно, приятными словами. Но мы не должны идти на компромисс с истиной, с абсолютной, иначе это будет тень бхакти. Тень бхакти нам не нужна, нам нужна реальная бхакти. Мы можем сладко начать, но закончить должны очень конкретно. Закончить должны Кришны. Привести к Кришне людей, к философии. Бескомпромиссно объявить о принципах. Но сначала нужно это сделать сладко, в экстазе. Чтобы люди хотя бы слушать начали. Но он мог говорить прямо такие вещи. Потому что видел, человек еще внутренне не изменился. И тогда это сподвигало людей внутренне измениться. Такой подход, шокотерапия. Ну, это был его подход.
Иногда так они делают садху. И несмотря на то, что он ел из черепной коробки, это его не оскверняло. Вроде бы не вайшнавский этикет, правда? И несмотря на то, что он мог находиться в публичном доме, это его тоже не оскверняло. Или возле туалета мантру повторять. Видите, как интересно. У нас есть в нашей преемственности вот такие вот есть бамаджи. Есть бхактистанта Сарасвати, идеальный саньяси. Есть идеальный грехаста Бхактивинода Такур. Есть все-все-все такие виды вайшнавов, их поведение. Мы должны изучить, очень глубоко изучить, не поверхностно, все нужно глубоко понять. С разных сторон, правильно понять. И понять свое положение. А как в корне измениться в Индии? Хороший вопрос, почему-то не то, вернее, только сейчас задали. Это правильный вопрос, вот именно с него нужно начать. Хари Кришна мантра это делает. Хари Кришна мантра, она именно это делает, поэтому мы говорим воспевание святого имени. Когда мы повторяем святое имя, оно проникает глубоко. Но оно происходит тогда, когда мантра звучит не во внешней среде, а направлена внутрь. Хари Кришна мантра – это лекарство, которое принимают вовнутрь. Иногда мы думаем, что Хари Кришна нужно вовне вот, пространство наполнить, кричать так громко, чтобы соседи слышали. Это хорошо, да, когда люди слышат, они очищаются, но прежде всего оно должно быть направлено вовнутрь. Лекарство, которое принимается внутрь. То есть оно должно быть направлено на наш ум. А ум – это такая субстанция очень впечатлительное. Если он с чем-то соприкасается, там всегда остается след, слепок такой. Всегда, например, если вы что-то увидели, там останется след, услышали, останется след, который может не вовремя потом всплыть, когда не надо. Например, в момент смерти. Ненужные какие-то песенки всплывают иногда. Просто зачем? Не слушал ее вообще давным-давно, и вдруг всплыло, и играет. Это еще так, знаете, продумано телевидение и радио. Они тоже знают вот эти законы, мантры. И они делают такие песенки, глупые, но которые привязываются. Узелок завяжется, узелок развяжется, узелок завяжется. Это как мантра, понимаете? И они сделаны так, чтобы проникать в сердце людей. Вот туда вот проникать и там вот зацикливать человека. Если она очень примитивна, песенка на уровне детского сада, то она именно начинает на обывателя воздействовать и он приедает. Какие там еще есть такие глупости. Поэтому нужно избегать слушать такие звуки и такие впечатления получать. И получать впечатление Хари Кришна мантры очень глубокое. Чтобы оно оставило там след. Оно оставляет следы. То есть, когда мы повторяем глубоко, направив внутрь, сосредоточенно, слушаем звук, то она там оставляет вот такую вот, она как бы, вот такую борозду прокладывает, дорогу сознания Кришны. Прокладывает внутри прям. То есть ум это такая пластичная субстанция, там меняется. И вот когда он меняется, ум меняется, тонкое тело меняется, вот тогда мы можем получить духовное тело. Если мы не изменим тонкое тело, а только внешне переоденемся, тело желания не изменится, то мы не сможем получить духовное тело. Мы одеваем эту одежду, чтобы изменить ум. Потому что, например, когда вы одеваете вайшнавскую одежду, что вы чувствуете? Зачем мы следуем внешнему этикету? Потому что когда вы это делаете, это откладывает отпечаток также на сознание, помогает. Например, когда вы одеваете кимоно, вам сразу прилив энергии приходит, вы хотите заниматься. Если вы одеваете вайшнавскую одежду, то вы сразу чувствуете себя кем? Святошей, таким садху, таким Нарада Муни. Вы уже ведете себя так, уже извините, здравствуйте, все. Вот в автобусе не будете ругаться, допустим, если вы на улицу вышли, это уже ответственность. А мы переодевали вайшнавскую одежду даже простых людей, кто на ферму приезжает, матадж особенно, сразу в сари, они с удовольствием. Прабу не так, но тоже хоть и разрисовывали им лица, и чтобы они уже привыкали, даже четки в руки, почувствуйте себя садху. И они такие радостные, бегали, их одним так вот нравится, гордость даже определенная. Но когда, так как у них были дурные привычки, иногда они все же убегали куда-то в сторону, на озеро,
и курили. И люди видели, о, ничего себе, кришнаиты курят, смотрите, смотрите, кришнаиты курят, оказывается. Но зачем? Все же мы одевали на них эту одежду, чтобы у них осталось впечатление в уме, отпечаток этот. Поэтому этикет, если ему следовать, садана, она помогает оставить отпечаток, изменить тело, ум, тонкое тело желаний. И главное, здесь играет именно Хари Кришна мантра роль. Она должна быть направлена внутрь. Если мы это делаем сосредоточенно, направляем ее внутрь, то она очищает наше сердце. Поэтому мы должны как можно больше атаковать свой ум вот этими образами. Например, звук, форма, атмосфера, одежда, окружение. Если ум отвлекается, смотрим на форму Кришны. Если ум отвлекается, слышим, как кто-то рядом тоже повторяет. Потом в обществе бедных повторяем. Едим просад, то есть все это, чтобы сформировать другое тело желания, одухотворить его. Тонкое тело начинает растворяться под влиянием мантры. Ваша судьба начинает стираться вот так. Раз, 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 как вы берете ластик, карандашом нарисовано, раз, 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 и все, не осталось судьбы. Пусто стало. Там не останется ни хорошего, ни плохого. Вы подумаете, а где деньги, где то, где это, вообще ничего не осталось. Путь свободен. Хари Кришна мантра сотрет все. Все препятствия, и хорошие, и плохие. Извините, а вот я просто хотел технически понять. Вот я слышу, что рекомендую, когда читаешь мантру, сосредотачиваться сверху. Я неправильно сейчас термин, не смогу термин выразить, да, ее перед нас сюда. А мне просто мысли, а вовнутрь как сосредотачиваться? Потому что мне кажется, что это куда-то во внешне ты сосредотачиваешься. Но это мое эмоциональное впечатление, вот просто как правильно воспринимать эмоционально. Просто здесь располагается разум, вот в этом месте. Когда вы кланяетесь, то вот этим местом же он активизируется. Ну это чисто так, механические какие-то моменты. То есть разум-то и в сердце тоже, но здесь он тоже как бы вот его как бы проявление есть. Если здесь сосредотачиваете, то вот вы как бы еще тут начинаете видеть. Мистические способности развиваются тут. Третий глаз как бы. Но иногда говорят, что бхакты должны все же на сердце сосредотачиваться. Вот так вот. Внутрь, сюда. Да, вот здесь вот. На сердце. Внутренний. Можно на стопы гуру, лучше стопы гуру держать в уме тоже. Это помогает сосредотачиваться на мантре. Очень хорошо. И должна быть мантра бодрая. Она не должна быть медленная, она должна быть бодрая, плотная. Звук должен быть плотный, чтобы между слогами не вклинивались мысли. Потому что как только она медленная, мысль выползает оттуда между словами, оттуда, отсюда выползает. А если она такая плотненькая, вот эта вибрация, она как бы вас раз и защищает, как бы кавача получается. Раз, и вы защищены. Плотная вибрация звука. Так вот нужно. Может, то есть прямо медитировать, да, на сердце? Да, просто вот здесь центр вот этот вот сосредотачивать и повторять. Да мы когда же четкий держим, вот так рекомендуется их вот здесь держать. Вы почувствуете, что это удобно, помогает вам сосредотачиваться. У вас нет никаких вопросов, вы могли бы рассказать немного о вашей фирме в Алматы, как она устроена? Ну, это долгая история. Да, ну, может, переместный вопрос задать. Я не знаю, на работу надо или не надо? Так, шли мы все надо. Хорошо, когда Бхагава там обсуждают, Прабхупада любил, когда обсуждают. Но сначала, конечно, нужно что-то сказать, а потом, когда люди обсуждают, то раскрывается много разных граней каких-то интересных. Обратная связь получилась. На ферме мы тоже читаем Бхагаватам. Ферма у нас в
2004 году, по-моему, в 2000 году появилось. А в 2004 были проблемы, начались проблемы. Сейчас нет проблем? Ну, сейчас проблем нет, но и ферма не наша пока по бумагу. Мы хотим ее переоформить под храм, чтобы территорию дали. Но мы ее уже проиграли по всем статьям. Проиграли, но с другой стороны в то же время отстояли, непонятно в общем. То есть остались, проиграли, там остались? Ну так там же остались, да. Выгнать-то нас не смогли все, все равно. Вроде бы домики-то вроде... Ну сломали, да. Ну сломали, но мы сняли другие домики. Допустим, ашрам сейчас в поселке, рядом поселок есть, и там квартира большая. Там пробуживают, и матаджи тоже в соседнем доме, в квартире. И все. И так же все там. Просто народу чуть меньше, и мы там сильно усилий не прикладываем насчет сельского хозяйства. Но мы надеемся, что нам дадут территорию под храм. Потому что мы переоформили регистрацию, все теперь заново прошли, новый закон по религиям. Нас похвалили, что мы сделали это лучше всех. То есть отношения сейчас хорошие с чиновниками. Они нас похвалили даже. Те, кто этим занимался, они все устранены. Кто как. Ну, кто был против. Или, может, кто-то затаится и боится, но кто-то... Сняли их там с этих мест, кто-то там умер, кто-то там еще что-то. И сейчас сейчас новый закон, проповедовать нельзя на улицах, и нельзя собираться вне культового заведения. Но, однако, можно снимать какие-то кафе негосударственные. Ну вот, в кафе проводим программы, и летом на ферме. Какой-то чиновник даже приезжал, извинялся на Джанмаштане. Говорит, Махарскому, мы всех прощаем. Но если бы он не оказал такое сопротивление, то ферма бы не устояла, конечно. Они у нас тихо, мирно. Внешне бы выглядело все тихо и мирно, потому что они не рассказали, не показывали, что они делают. Это мы засняли и потом уже в интернете показали. А по ТВ этого не показывали. Ну, ферма наша сейчас. И там есть пандал, храм маленький, коровы, сад, ашрамы. Фестивали там проходят, живут брахмачари молодежь. А в городе очень много программ проходит всяких разных, проповеднических. Около 500 инициированных преданных. Около 1000 собирается на джанмаштами всяких разных любителей сознания Кришны. В общем, Алма-Ата сама по себе, она такое место необычное. В отличие от других городов Казахстана, где оно на уровне Намахар существует, сознание Кришны. Ну, есть центр, допустим, в Усть-Каменогорске еще. А в Алмате есть ресторан «Говиндас» и центр йоги, и институт прикладных духовных технологий. Какие-то такие формы проходят. У нас недавно в Алмате же уезжал туда, там жила, Дархан еще едет, нет? Ну, наверное. Просто... Многих уже не вижу там и забываю, кто есть кто. Ну она да, же с вами занималась, она вышивала. Ну, она руководила этим. Ну, значит, знаю, примерно. Сейчас на Индии живет. Многие туда приезжали, когда там Гринда Махарадж жил. Он приглашал всех туда. Ну вот, а правительству это не нравилось, что какие-то иностранцы приехали, землю захватили. Они так же думали, что мы захватили землю, да. И они сопротивлялись поэтому. Можно вопрос? Замечаю, уже несколько раз тоже так замечала за своим умом, что, допустим, когда говорят об определенном пути и говорят о том, что наступит уровень, Намы Парадхи, уровень какой-то оскорбительный, то в уме как-то сразу так срабатывает
Ну, то есть такое ощущение создается, что как будто бы я не хочу это совершать оскорбление, но он говорит, ну вот видишь, у тебя же будет такой уровень, вот. И то есть такое ощущение, что ум пытается меня переубедить в том, что говорит мне о том, что я совершаю оскорбление. Например, если нашему уму сказать, не думай, сейчас не думай о зеленой собачке, что начинает ум делать? Думать начинает, и эта мысль не уходит вообще. Если нам говорят, не думай, не совершай оскорбление, то ум что начинает делать? Он сосредотачивается на анархии. Поэтому, когда мы повторяем 10 оскорблений, там есть... Сосредотачиваться нужно не на оскорблении. Мы говорим, можно совершить 10 оскорблений. Нужно говорить, можно совершить 10 оскорблений. Лучше говорить, нужно избегать оскорблений. И сосредотачиваться нужно, например, первое оскорбление, критиковать вайшнавов. Если я все время повторяю, критиковать вайшнавов, я начинаю критиковать вайшнавов. Поэтому там, где-то всегда на запрет, есть позитивное наставление. И сосредоточиться нужно не на запрете, а на позитивном наставлении. Поэтому критиковать вайшнавов, что является позитивным наставлением, мне кажется, прославлять вайшнавов. Поэтому сосредотачиваться нужно не на критиковать вайшнавов, а на прославлять вайшнавов. И вот как только вы начинаете прославлять вайшнавов, вы уже не критикуете вайшнавов. То есть всегда нужно помнить именно решение проблемы, а не проблему. Есть же склонность. Надо повторять, но вспоминать нужно в этот момент решение проблемы, а не проблему. То есть на запрет всегда есть позитивное наставление. То есть критиковать вайшнава, прославлять вайшнава нужно помнить. Есть же склонность говорить о ком-то. И как только мы начали кого-то критиковать, нужно взять и заменить это. На прославление. Зато сказать, зато у него вот это. И перевести это в прославление. Когда он начинает прославлять, с энтузиазмом больше. А когда покритиковали кого-то, то потом внутри такой осадок неприятный. И вкус уходит. Но тенденция есть, язык хочет это делать. Поэтому займите этот язык на прославление. Вспоминайте вайшнав и говорите, вот помните того вайшнава, как он тогда вот там книги распространял, или как он там готовит халаву, или как он там что-то делает. Вот. И всегда это сразу дает энтузиазм. И это и будет лекарство от оскорблений. Если мы лекарства не применяем, а только запреты применяем, то поэтому мы сосредотачиваемся на негативе, на анартах, на каких-то проблемах, и ум становится такой мрачный и такой депрессивный. И кажется, все это невозможно, безысходность какая-то, вот, все как-то тяжело. А Кришна говорит, думай обо мне, о святом имени, то есть на позитив переключайте все время, на активную деятельность сознания Кришны. Так мы будем легко прогрессировать. Гуру Махарадж еще так говорит, вот река, по реке плывет мусор, вы сидите на берегу, просто наблюдайте, не надо его выхватывать и рассматривать. Вот в нашем уме проплывают какие-то мысли, какие-то анархии, желания. Не нужно их хватать и рассматривать, их нужно пропустить мимо, пусть проплывают мимо. Так вот, пропускать мимо. Нужно понять, ты же-то на берегу, ты же не имеешь к этому отношения никакого, пусть проплывает мимо. Там в Гите говорится, что наш ум, как в океан, вливается очень много рек, реки желаний. Но мудреца это не выводит из равновесия. Не то, что у него не возникает этих желаний, они вливаются в его ум, но океан не выходит из равновесия. Почему? Потому что он не начинает на них фиксироваться. Они есть, но он им не придает значения, он наблюдает просто со стороны. Понимаете? Вот так вот можно с этим справляться. В конце концов, человек же это не анартха, а душа. А душа чистая. Еще говорили, что православие меняется термин чакти. Они изменяют свой ум чертом? Бесы. Да. Но бес это аналогия в нашем языке анартхи. И бесы, а мы говорим анартха.
Но это делается для того, чтобы не отождествлять себя с этим. Ну, это что-то другое. Это просто нужно знать, что есть негатив, но не нужно слишком о нем-то думать. Нужно его отбросить. А думать нужно о Кришне, о душе. Это и есть лекарство. А не сам вот этот вот, не фиксирование на этом. Как только он фиксируется, он начинает становиться подобным этому. Он же говорил, он такой, он пластично впитывает в себя, как хамелеон. Окрашивается этим цветом. А нужно, чтобы он был такой, знаете, как лотос. Чтобы от него отталкивалась всякая грязь. Или Махарш говорит, как утка. Утка, она же такая, если ее водой болите, она не смачивается, она так раз стряхивает, и все капельки с нее скатываются. Вот, вот так вот, преданный должен быть неуязвим. Вы говорили, что преданный, даже когда он на работе, и мысли у него о работе, он все равно остается в сознании Кришны. Как это достичь? Вот, например, в процесс нужно погружаться на уровне ума, но глубина ума должна быть сознание Кришны. Мы сегодня говорили о глубинах ума и о поверхности. Например, я видел такую картину. Идет лекция, женщина с маленьким ребенком. Она пишет, записывает лекцию, ребенок плачет, мешает. Подходит другая женщина, говорит, дайте я его подержу. И начинает с ним нянчиться, так и ребенок смеется, играет. И она выходит вообще в коридор с ним. И женщина, другая, мама, то есть, которая, она спокойно пишет и слушает лекцию. И вдруг ребенок закричал в коридоре. Она мгновенно, мама вылетела туда, мгновенно. Она ручку все просто мгновенно оказалась там. Что это означает? Что она не забывала о ребенке, хотя при этом писала и слушала лекцию. Потому что ребенок проник в глубины ее сознания. Также, когда Кришна проникает в глубины нашего ума, то поверхность, на поверхности может делать все, что угодно. То есть это не напряжение сознания. Медитация – это не напряжение ума. Иногда мы думаем, однажды Гуру Махараджа, одна матаджа задала лекцию, мы же должны, говорит, непрерывно молиться, когда мы вот что-то делаем, мы тоже должны всегда думать о Кришне. Говорит, вот как это? И он говорит, ничего подобного. Он говорит, когда вы прочитали 16 кругов, потом, когда вы приступаете к деятельности, вы должны думать о том, как сделать хорошо свою деятельность. Если вы, например, на кухне готовите, просто должны думать о том, как готовить пищу. А не в этот момент напрягать ум и пытаться думать о Кришне, как бы конструировать это искусственно. Говорит, нет, не так. Это получается очень напряженная такая обстановка искусственная, ментальничать, значит. Ментальность погружается в такую. Мысли о Кришне, они легкие, они спонтанны. Вы просто выполняете свою деятельность, но фоном остается сознание Кришны, глубинным фоном. Поэтому оно никак не мешает, например, Арджуне сражаться в момент этот. Когда он сражается, он превращается в битву. Но это не забывает при этом Кришну. Так же, как мать, она не забывает ребенка. Как только она его слышит, сразу мгновенно просыпается. Даже если она спит. Когда она спит, голос ребенка даже незначительно, она сразу просыпается. Значит, она никогда она не забывала. Также преданный всегда помнит о Кришне. Если у него есть вот эта с ним связь. А если ее нет, то что бы он ни делал, он даже пытается будет напрягать свой ум. Ну-ка думай о Кришне, ну-ка думай о Кришне. Не получится. Нужно, чтобы сознание Кришны проникло в глубину через святое имя, и там проросло, пустило корни. И потом оно станет уже вот таким внутренним состоянием. Когда человек будет действовать очень гармонично. Не искусственно, а очень гармонично. Все, что он будет делать, будет пронизано сознанием Кришны. Все, любое действие в ягью превращается. Ну, потому что никогда не забывает Кришну. Ну или влюбленный человек, так же он живет. Когда человек в кого-то влюбился, то у него фоном становится вот его объект любви, как бы фоном, вот таком, как это как бы разрастается на всю жизнь, фоном становится таким. И вот человек, например, даже пытается забыть, но не забывает. Он даже что-то делает, но фоном все время у него вот этот его возлюбленный. И он все время, как появляется возможность, начинает о нем говорить. С кем-то встречается и опять начинает об этом говорить. И ему говорят, ну ты так много не говори об этом. Потому что ты вот уже как бы как сумасшедший, так нельзя все время говорить об этом. А он не может, потому что он в этой эйфории находится. Это и называется вот бхакти.
если это в сознании Кришны, если это Кришна-объект. А если в материальном мире, то это называется, он влюбился в человека. Он как, типа, болезнь такая, вот он, пока этот симптом не пройдет, болезнь не пройдет, он будет все время в этом симптоме находиться. Он просыпается, уже думает об этом, засыпает, уже думает об этом, ест, думает об этом, даже аппетит немножко теряет, и все время думает. Легко и спонтанно. Вот это, нужно вот в это состояние войти по отношению к Кришне. Там нет такого напряжения какого-то, это спонтанное состояние. Вы вот вчера говорили, что вот в семье вашего учителя есть такое правило, не говорите негативных слов. Угу. А что вот если в семье нужно обсудить вот какую-то проблему или негативную ситуацию, которая произошла? Что будет являться негативным, а что не будет являться негативным? Что можно обсуждать, что нет? Он, например, говорит, немного можно обсудить, чуть-чуть. Или немножко пообижались и все. Вот так иногда говорит. Недолго. Можно просто спеть киртан, и оказывается, обсуждать нечего. Попробовать сначала спеть киртан, но потом может выясниться, что обсуждать-то и нечего. Иногда так происходит. Или когда вы приходите к гуру, вдруг замечаете, что проблем-то нет, вы ее придумали. Заходите, говорит, что-то, кажется, нечего спрашивать. Бывает же такое? Потому что она придумана часто. Проблем нет, на самом деле, они в уме созданы. И когда в уме что-то нам кажется проблемой, тогда мы страдаем. Прабхупада говорит, ну я не знаю, зачем вы страдаете. Жизнь предназначена для наслаждения. А говорит, почему мы же страдаем? Прабхупада говорит, я не знаю. Сами выбирайте страдания. Один человек такой был. Он всегда смеялся. Был очень веселый. Это суфийская притча. Суфий. Это похоже на бхакти. Он всегда был веселый всю жизнь. И даже когда умирал, он был веселым. И люди, они невероятно, говорят, вот невероятно, вот ты сейчас умираешь, и все равно все веселишься. Они его спросили, как тебе это удается всегда делать? Это дело в том, что всю жизнь у меня был выбор. Каждый день был выбор между радостью и печалью. Я просто всегда выбирал радость. И сейчас, когда умираю, у меня тоже есть выбор, я выбираю все равно радость, опять выбираю радость. Всегда есть выбор, что выбирать. Мы выбираем сознание Кришны или проблемы. Если выбираем сознание Кришны, проблемы нет. Если выбираем проблемы, проблема есть. Но она есть только на уровне ума, в реальности ее же нет. Для души же нет проблем. Она не рождается, не стареет, не болеет, не умирает. Значит, нет проблем. С телом это проблема, но это не проблема со мной. Видите? Можно, конечно, обсудить, но недолго. И разумеется. Ну, то есть здравый смысл-то должен быть, но не нужно зацикливаться на этом. Можно обсудить, но она решится не то, что мы ее обсуждали, она решится просто потому, что само по себе пришло и ушло. Например, несчастье, оно же приходит само, не то, что мы обсуждали, но пришло и все. Точно так же счастье приходит тогда, когда нужно, мы его не от того, что мы прилагали усилия. Иногда кажется, вот я сейчас подумаю и проблему решу. Она так не решится. Сколько бы вы ни думали, вы просто загоните свой ум, приведете его в истерику, он будет воспаленный, думать, и голова будет болеть. Знаете, что надо сделать просто? Просто помолиться. Это просто говорить, все, я не могу ничего понять, ничего не понимаю. Чтобы я не думал, ничего не могу понять. И просто говорить, Господи, просто ты мне помоги, и все. И кто бы вот так искренне прям к нему обратиться, честно просто. Он сразу даст вам решение. Без вашего напряжения, вашего ума. И не надо напрягать тогда и впадать в какие-то ментальные состояния. Иногда годами человек в ментальных состояниях живет просто в этой матрице ума. Это свойственно еще эмоциональным людям и женщинам. Мужчины, они более такие, пойдут на работу и все, и забудут. А женщина может думать, переживать, вот так вот, а вдруг кто, а если это... И вот в таком состоянии находиться. Извините, я в этом ключе хотел спросить. Я в лекциях Руслана Шечи слышал, что
мужчине полезно вечером послушал проблемы, с которыми столкнулась женщина, что он представляет ее защиту в этом плане. И тут же как бы и детей тоже польется. То есть нужно просто как сказать, не зацикливаться, да, нужно наговариваться, да, но не зацикливаться на них. Да, это. Женщина придумывает проблему. Например, одна женщина своему мужу говорит: я уже не могу терпеть, я уже терплю 12 лет, 10-12 лет, у нас столько детей, я уже не могу вот это безденежье терпеть, я уже не могу, вот она впадает в это состояние. И каков же ответ? Ответ таков: но ведь за эти 10-12 лет никто не умер с голода, значит, все-таки деньги есть. Реальность, посмотрите на реальность. Реальность такая, что целых 10 лет никто не умер с голоду. За 10 лет, если никто не умер, почему вы думаете, что на следующий год кто-то что-то случится? Но женщина просто впадает в эмоциональное состояние, она не может рационально помыслить, что ну правда же, мы же выжили как-то. Она думает, а вдруг? И когда она так думает, то она начинает переживать, понимаете? Это просто переживание. И ее нужно просто выслушать в этом. Выслушать и успокоить, сказать: ну конечно, очень скоро будет много денег. Они будут, да, уже вот-вот и все будет хорошо, просто успокоить. И когда она успокаивается, то есть если ее успокаивает, она успокаивается. Но если ей просто логически все разъяснять, ты понимаешь, вот, она не понимает. Она будет просто, это чувства все время, они вот так импульсивные. Здесь не требуется, чтобы он рационально решил, он просто должен тепло так, знаете, проявить. Сказать, ой, как с ребенком. Так обнять, что-то сказать мягкое такое, даже без всякой логики. И она успокоится. Просто нужно успокоить. И как ребенок, это воспаленный тоже ум, возбужденный, он бегает, сразу все трогает, вот сюда и туда в поезде ехала девочка с папой. Она так все карандаши вывалила туда-сюда, потом туда полезла, я хочу уже наверх, я хочу сюда-туда, это ум. Олицетворенно, вот так он действует. И женщина тоже, она действует как ум и как ребенок. Поэтому ее надо просто успокаивать. И поэтому мужчина, он выслушивает ее, он должен сочувственно выслушивать. Не равнодушно, а сочувствием. Но он не должен попадать под это влияние. Сам тоже не должен стать с ним и тоже так заплакать. Потому что если они оба так поведут себя, она подумает, ничего себе, и он уже даже в отчаянии. Она подумает, значит, точно мы попали в проблему, все, решения нет, она подумает, какой кошмар. Она хочет, чтобы он остался таким, невозмутимым. Хотя, с одной стороны, говорит, вот что ты такой спокойный, вот, ты должен же тоже понервничать. Но если он тоже начнет нервничать, она будет почувствовать себя незащищенно, поэтому он должен просто быть таким спокойным, ну, прям как стена. Так вот, и рядом с ним она вот так вот мечется и успокаивается. Он так и должен очень спокойно, уверенно ей сказать и глубоко успокоить, убедить. Даже если этого ничего нет. Она говорит, вот хочу то, хочу это, пойдем в магазин сразу. Что ты хочешь? Вот это? Вон та стиральная машинка нравится? Нравится. И она уже думает, да, нравится. А еще что? Вот это тебе нужно, да, вон там тоже, да. Она говорит, да, и вот то бы вот еще. А знаешь, вот нам бы еще вот это новое надо. А вообще вот если подумать, надо и то, и вообще ремонт в доме, и вообще надо и мебель новую уже обновить. Мужчина, да, конечно, ну, давай подумаем, как мы это сделаем, да, обязательно сделаем. Но сейчас же у нас денег нет, ну, вот как точно только зарплату получим, все это сделаем, и все. Она успокоится. Если уже он будет сразу сопротивляться, нет, зачем ты об этом думаешь, у нас и так денег нет, ты хочешь вот это, вот то, но не рассчитываешь финансы. Тогда она будет нервничать и думать, что он какой-то скупой, что какая-то проблема. Она будет очень беспокоиться, что он ее не защищает. Поэтому должен сказать, как будто бы уже все это есть. И иногда ей этого достаточно. Если даже все это не появится, она все равно успокоится. Главное успокоить. Она успокоится. Как Гуру Махарадж говорит, если она требует денег, иди, говорит, на работу, ищи деньги. Еще больше денег. Нужно идти, сказать, я пошел. А идти куда? В храм. И петь Харе Кришна. Потому что если он последует за женщиной, она в конце концов полностью забудет все это. Она скажет, все, хватит уже петь Харе Кришна, нужно денег, нужно то, нужно это. Она в этом меры не знает. Нужно, чтобы люди просто не умерли с голоду и как
какая-то была простая жизнь, достаток какой-то есть, и все, зачем еще? Зачем так много мебели или какого-то ремонта? Даже простая жизнь, возвышенное мышление, какая-то простая, простые условия. Иногда нужно покупать какие-то подарки для нее, тогда она чувствует себя хорошо. Но если все время покупать подарки, и все время что-то новое и новое, она будет все недовольнее и недовольнее. Это же материальные желания, они разгораются. Потом он ее выслушивает, дает ей прибежище, но сам не должен попадать под ее влияние. Он для этого должен быть крепкий, внутренний, эмоционально устойчив и не попадать под влияние какое. Очень... Например, я сегодня видел таракана. В хорошем настроении он был. Такой веселый, туда-сюда, бегал. Потом уже и на шкафу. Я подумал, фу, взять бы его в окошко. Правда же, от таракана нетрудно избавиться. Потому что он такой какой-то противный, вот в окно его хочется выкинуть. Это не трудно, когда что-то ненужное. Но трудно избавиться от чего-то приятного, от хорошего. И вот, например, когда вы живете в семье, то женщина создает такой комфорт, так приятно все, так хорошо все, что вы не хотите от этого избавляться, понимаете? Но это будет препятствие в духовной жизни. И мужчина попадает под затягивающее влияние вот этого комфорта. Она так вкусно накормит, она так приятно разговаривает, она всегда хвалит, она любит, потому что восхищается, и человек говорит, о, как хорошо мне здесь. Уже идти никуда не хочется, и какие-то усилия прилагать, напрягаться, ничего не хочется человеку. Жить дома, в комфорте, все, он расслабляется, он становится, теряет мужские качества, и думает, жить бы здесь всегда. А когда дети появляются, они еще приятнее такие вообще вот. Приятный, и думаешь, вот уже никуда не охота ехать, проповедовать ничего. И вот это называется затягивающее влияние семьи. И вам нужно вырваться из этого состояния, вы должны оторваться от этого состояния и идти туда, вот где дождь идет, там на голову падают сосульки. И нужно там сражаться. Потому что если вы в этом комфорте останетесь, вы превратитесь в женщину. И начнете болеть просто. Мужчина станет такой, знаете, толстенький, гладенький, с такими щечками, лысенький, такой весь приятный, он выйдет туда в коридор, вы предложите позвонить ему в дверь с книгами, вот такой весь аскетичный, худой, бодрый, с книгами, такой, глаза горят в аскезе, допустим, из храма, и открывает такой мужчина, жует там на ходу что-то, да, лапку там куриную, говорит, что вы хотите, он такой в халатике, в тапочках, он говорит, книгу, он смотрит, и такой тупой взгляд, он не понимает, нужна она ему, нет, и спрашивает жену, дорогая, нам нужна книга? Нет, нам ничего не нужно, закрой дверь. И он так, извините, нам ничего не нужно. Понимаете, это уже не мужчина. И тогда он говорит, стоп, не закрывай дверь. Ты же мужчина, почему ты слушаешься женщину? И тогда он раз, начинает вспоминать, ну-ка дайте мне книгу. Тогда женщина выходит такая с поварёшкой. Что вы хотите? Что вы здесь стоите? У нас нам некогда, нам не, ничего нам не надо, иди отсюда. То есть она в доме хозяйка, она его под контроль взяла, все, под каблук. Он не должен становиться таким. Он должен сохранить свою внутреннюю мужскую природу. Поэтому сильно близко не должен впускать в свое сердце. И даже если он ее очень сильно любит, не должен сильно это показывать. Должен говорить, все, у меня дело. И он должен быть больше привязан к миссии, чтобы она чувствовала больше привязан к чему-то другому. Тогда она будет его слушаться и уважать. Поэтому она его выслушивает, но не попадает под влияние сильно. Но до этого он проходит школу брамачария, учится хранить целибат, как бы вот такое состояние. Это чтобы характер развить. Получается, что женщине не надо слишком сильный комфорт создавать дома, чтобы мужчина не наслаждался. Нет, ее задача как раз создать комфорт, чтобы когда он прибегает после сражений каких-то, он заходил и думал, о, слава богу, все хорошо. Ума, если его это затягивает. Да, но она должна быть дхармапатней. Она должна говорить, ну, как Гуру Махараш сказал, как он первый раз на санкиртан пошел, рассказывал. Как я вдохновился на лекции, думаю, все, завтра в воскресенье пойду на санкиртан. И говорит, это
Ночь поспал, проснулся и думаю, что-то как-то мне погорячился. И ум начал так изворачиваться, подольше книги почитать, подольше джапу почитать, так постепенно. Думал, в 9 выйду, ну нет, ну давайте, а может в 10, там еще пока людей нет. И так ум начинает выворачивать все это. А вообще же в воскресенье, может, вообще не ходить? Ну точно, лучше же завтра пойти. Ум же так действует. И тогда жена заходит и говорит, а кажется, ты собирался же на санкиртан пойти. Понимаете? И она так ненавязчиво напоминает, она же хочет, чтобы он был герой, ей же не нравится, что он такой. Не обещал и не делает. А тогда он думает, ну да, ему стыдно же перед женой. Поэтому жена — это тоже разум, дхармапатни. Напоминает о дхарме, он тогда раз и думает, ну да, как-то стыдно. Она верит в его святость, ему стыдно тогда. Ну ладно, да, я иду, я обещал, я как раз и собирался. Он берет книги и выходит на улицу. То есть, хотя она комфорт ему создает, но она должна отслеживать, чтобы он не сел там куда-то на диван, так не расслабился, знаете, не вошел в это состояние. Как только она... Они чувствуют женщину, они это не любят. Они сразу, что ты расселся? Давай, давай, иди там, прибей гвоздь там, иди туда, иди сюда, что сидишь? Потому что интуитивно она чувствует, если он так сядет, он потом уже совсем раскиснет. Становится таким послушным, каким-то неинтересным. Она понимает, если он таким станет, то она тоже начнет страдать от этого. Поэтому она его отправляет и говорит, действует. Потом, когда он приходит, она его встречает. Ну, которая дхармапат, неопытная, она знает, чтобы когда он пришел, все было очень чисто. Очень чисто, чтобы он зашел и сразу почувствовал вот эту атмосферу покоя. И от нее такой покой, где-то она улыбается, она красиво одета, так как он любит одета, не так, как она любит, а как он любит. Такую прическу, как он любит, она себе делает. И говорит, вот садись, вот покушай, там. Сначала кормит, а потом спрашивает, как дела. Я говорю, ну что там, деньги-то есть? Так, потом как-то так скажет. Ну, он рассказывает, начинает сразу рассказывать о делах, вот там, вот этот сегодня начальник сделал то, сделал это. И вообще, она, да ты что, ну ты бедный, ну она, ну ничего, ничего. И она не говорит бедный, она не должна говорить, какой ты бедный там. Наоборот, она говорит, ну ты же молодец, ты все равно же справился же, да. Ты-то молодец, ты там сильный, ты справился со всеми начальниками, всех там победил, все преодолел, молодец. Ты все лучше и лучше. Ну, как-то так, она его кормит. И потом он сам достает деньги, как бы показывает, он видишь, сколько денег принес. И он ей любит отдавать их. Он их отдает, чтобы она с ними сама разобралась. Он сам их считать, может, не очень любит. Но иногда он хочет часть спрятать, потому что иногда такое бывает, что уже на следующий день денег нет. Он говорит, как? Я же вчера только принес. Куда они делись? А она знает, как их применить. И даже если он где-то их откладывает, она все равно почувствует, где-то деньги есть, она чувствует, чувствует, чувствует. Она их находит, и потом вы приходите домой, и мебель другая. Вот это что? Она говорит, а так, перестановка маленькая, она переставляет пространство все. Когда у нее ум беспокоится, она начинает переставлять пространство мебель, или волосы перекрашивать. И тогда он приходит и говорит, ой, я ничего найти не могу, а и денег тоже нет. Это что, а ты деньги потратила? Ну, а вдруг теперь, я не знаю, когда теперь зарплату получу. Она говорит, ну, подумаешь там. А он нервничает, это страх мужской. Мужской страх в том, что он как бы окажется слаб и не сможет так дышать. И женщина должна знать, не надо его давать чувствовать, эту слабость такую. А он должен знать ее природу, что она все равно будет тратить ее. Потому что она должна расширяющая сфера быть. Вот так они гармонизируют отношения. То есть она расширяет, она знает, куда деньги вложить, а он должен знать, где их взять. Как бы. Так они когда живут. Ну, бывает наоборот. Бывает, через мужчину вообще деньги не идут. И тогда, как правило, никакая женщина с ним не хочет быть. Но иногда женщина сама тогда деньги добывает. Но если мужчина останется дома, то он может деградировать. Поэтому он все равно должен быть чем-то занят. И она не должна показывать вид, что он зависит от нее. Все равно она должна давать ему чувствовать, что он все равно как бы, хоть через него деньги не идут, она не должна говорить, что он неудачник. Просто, возможно, у него плохой период. И она должна так это делать, как бы, хотя и зарабатывать, все равно в зависимость себя ставить от него. И он должен тогда выполнять какую-то дхарму все равно. И лучше не дома все равно. Все же там дома слишком долго сидеть.
Ну или дома, но он должен что-то делать такое, ну, как бы продвигаться в чем-то. Потому что если он безответственный, то он деградирует. То есть ситуации могут быть разные, не всегда так идеально. Вот мужское, женское. Характер могут быть разные. Нужно всегда, учитывая время, место, обстоятельства, выбирать тот момент, которого дал прогресс, а не деградацию. Учесть все это. То есть то, что мы говорим, это как бы вот дхармападни, гурупади, но не все же дхармападни женщины. Она может и не быть такой. Или мужчина может не быть таким. Она может быть предана, он не предан. Всякое бывает. Или может жизнь как-то измениться, что-то дурное начнет проявляться. То есть все не так просто. Или один такой хороший, хочет всему следовать, и он даже готов идти на компромисс, а вот другой раз и нет. И тогда вообще все равно ничего не получается. Например, Аударитхама Прабху, он хочет, допустим, он знает науку, хочет следовать, но он говорит, мне не везет все равно в отношениях. Хотя он все знает, ведь еще есть как бы высшая воля иногда. Поэтому выход всегда в сознании Кришны. В любом случае нужно остаться счастливым повторением святого имени. То есть мы не сможем все равно все идеально отрегулировать. Это же материя. Даже у Прабхупады не получалось быть всегда счастливым. Он говорил, мы пришли в сознание Кришны, чтобы быть счастливыми, а мне здесь столько беспокойства. Это наставляет. Все эти стройки, проблемы, дела менеджера. Ну, это чистого преданного не затрагивает. Чистый преданный воспринимает это как форму экстаза. Страдание ради Кришны – это форма экстаза. Все, да? Похоже, вопрос закончен. Спасибо вам за внимание. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шримад Такоти Вайшнавам Ки Джай. По традиции у нас тарелка. Смотри.